Всем привет, я Наташа, и несколько месяцев назад я была тем неверенным новичком с минимальным опытом создания графики. На курс я пришла без воздумий, так как хотелось сразу узнать особенности стилистики эталонных казуальных проектов. Огромное спасибо автору курса и ментору Владе за эти знания, мощный фидбэк и детальный анализ работ. Мне было не всегда легко, но когда ты с таким наставником, у тебя нет шансов на неудачу. Еще большим прогрессом после курса у меня стал оффер от компании Home Games, ведь с помощью освоенных принципов работы сейчас я продолжаю совершенствовать скиллы и уже как художник в отделе маркетинга и креатива, где много безумно интересной работы по созданию локаций, персонажей для анимации просто крутой творческой атмосферы на каждый день. Всем ребятам желаю успехов и помнить, что Спорная работа и правки по вебеку, это определенный залог качества будущих умений. Пока. Прошел интенсивный курс э, казуальной графики. По курсу материал реально объемный, все очень круто, все понравилось. В целом, увидел много своих ошибок, на которые раньше не обращал внимания. Ну, вообще, каждый на этом курсе для себя что-то подчеркнет своим сокурсникам желаю, чтобы их цели сбылись, достиглись, ну и все Ну, сбылось просто, чтобы все было хорошо. Всем привет, меня зовут Юля и я хочу поделиться своими впечатлениями по прохождению курса по казанной графике. Этот курс мне очень понравился, он был насыщенный различными интересными лекциями и в этих лекциях было очень много полезного материала, как для начинающего художника, так и для э, художника, который хочет устроиться в э, крутую компанию и рисовать всякие штуки для игр. Очень много информации полезной, такой как как нарисовать визометрии, как простроить правильно свет, тень, рефлексы, две лекции по материалам различным. И очень-очень много всего, это просто очень круто что было очень приятно, это после каждой лекции было домашнее задание, и потом еженедельный разбор домашек вместе с Владой. Это просто было очень полезно, потому что Влада постоянно давала хороший фидбэк, помогала понять, что было не так у студентов, давала нам классные советы по улучшению работ. В общем, это очень полезно, и я очень рада, что прошла этот курс. И я хочу всем пожелать вам удачи, хочу пожелать чтобы вы смогли достигнуть своих целей, желаний, чтобы вы делали то, что вам нравится, рисовали, развивались в этом, и все у вас получится. Удачи всем! Привет! Меня зовут Светлана. Я хочу поделиться впечатлениями о прохождении продвинутого курса казуальной графики под руководством Влады Репиной. Курс был очень насыщенный, много информации, примеров, тонкостей, секретиков, очень много практики. Мне курс очень понравился, и после курса моя радость продолжилась в получении оффера. В тестовом я старалась использовать все знания, полученные на курсе, и сейчас продолжаю это делать уже в рабочих задачах. Рекомендую курс всем, кто хочет узнать тонкости казуальной графики. Так, ребят, всем-всем-всем приветик, очень всех рада видеть. Вижу сразу в чатике знакомые лица, очень приятно. Ну, давайте опять же начинать. В любом случае сразу хочу сказать, что кто меня знает, кто не знает, скажу, что меня зовут Влада и я являюсь ментором на курсе игровая казуальная графика. Сегодня мы с вами стартуем, скажем так, стартанем новый формат. Сегодня мы с вами будем рассматривать наши, ваши, точнее, работки, поэтому я надеюсь, я очень, скажем так, хочу, чтобы наша встреча прошла. Максимально полезно, максимально познавательно, и поэтому а, также запасайтесь печенюшками, чаечком. И, собственно, у нас с вами сегодня классный вечер, когда мы с вами поговорим, порассуждаем, посмотрим работки. И таким образом, думаю, будет максимально всем классно и комфортно. А, да, сразу только попрошу вас поставить плюсики в чатик, кто уже на месте, кто меня слушает, чтобы я была уверена, что все хорошо со звуком. А, у нас небольшая будет задержка, поэтому, ну, буквально 20 секундная, поэтому, да, чтобы я сразу понимала, что все в порядке и меня хорошо слышно. И тогда будем стартовать. Так, 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 всех вижу. Ух, сколько знакомых лиц. Класс, класс, класс. Отлично. А, да, работы сегодня действительно ребята скинули очень интересно. Я думаю, всем тоже будет м -м, важно это посмотреть, потому что, опять же, а, конечно, пределу нет совершенства, точнее, совершенству нет предела, и чтобы мы с вами не делали, всегда можно и хочется сделать лучше и лучше. Но мы с вами сегодня поговорим, что можно улучшить в работках, чтобы они стали вот еще, еще круче, еще эффектней. Супер, вижу плюсики. Отлично, значит, все слышно, все это уже отлично. А, так что, ребят, давайте тогда стартовать. Да, сразу еще скажу насчет вопросиков. А мы с вами сейчас будем по ходу дела рассматривать каждую работку. Я опять же по каждой работке буду давать фидбэк. И после этого я буду какое-то время пробегаться по чатику. Поэтому, если какие-то вопросы по ходу дела, вот такие вот точечные будут возникать, то обязательно пишите, я постараюсь ответить. Супер! Так что тогда стартуем, тогда поехали. Отлично. А, так, начнем мы с вами сегодняшний наш стримчик с работки Екатерины. Так, здесь у Катерины такие две замечательные, два замечательных скринчика с такими дракошками. Класс. Давайте тогда проговорим и посмотрим более подробно. Так, 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 супер. У нас, у нас здесь, я так поняла, есть цветовые вариации на каждого из дракончика. Ну, отлично, в принципе. Что мне сразу нравится, что сразу хочу похвалить, очень чистенький рендер. То есть, опять же, нету каких-то лишних мазков, нету каких-то нечеткостей, неточностей. Так что, в целом, что касается рендера, то очень приятно. Давайте тогда посмотрим более подробно одного из дракончика. Тут как раз отличное качество. Так, 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 так. Смотрите, когда мы с вами любую работу начинаем смотреть, то прежде всего, конечно, хотелось бы обратить внимание именно на освещение. Вот кто был на курсе, тот не раз слышал от меня, что первое, что мы всегда с ребятами смотрим, это, конечно же, свет, потому что в любом случае сразу вот что возникает, ну, скажем так, что воспринимает зритель, как только увидит вашу работу, это цветовые и тональные пятна. То есть не деталь, ни в коем случае даже не какую-то текстурку, не какие-то там мелочи, а именно общее восприятие, то есть общие пятна тональные. Поэтому в нашем случае мы всегда говорим, что у нас есть наш объект, так вот какой-то там шарик или какой-то там более кривенький по форме, и в этот объект всегда имеет свою, ну скажем так, свой источник света. В данном случае, ну допустим, я так смотрю, что э, источник света слева все-таки будет преобладать. Хорошо. Итак, у нас весь объект будет, соответственно, иметь свет. Так, общий Световую зону и общую тенюшку. Тенюшку, да, тенюшку, тенюшку, как угодно ее можно называть. И что самое важное, что в этой световой области у нас имеется полутон. Так, полутон это то, что относится к свету. И таким образом у нас формируется блик. Блик это как бы самая яркая точка. Ну, все это и так прекрасно знают, но все-таки хочется это обсудить, потому что на этом тоже очень многие, скажем так, стопорятся. Так, следующее, что у нас имеется: у нас имеется теневая часть, и в тенюшке у нас имеется, соответственно, рефлекс. Так вот. Рефлекс, вот наш такой рефлексик, по сути, это то, что отражается от окружающих объектов. И самое важное, вот здесь вот акцент делаю на том, что рефлекс находится именно в тени. То есть рефлекса не может быть здесь. То есть да, это может быть какой-то отраженный свет, если у нас тут будет стоять какой-то прям яркий источник света или какой-то яркий предмет. Но рефлексы всегда формируются именно в тени. Поэтому получается такая история, что у нас есть блик блик у нас есть а, полутон у нас есть рефлекс и у нас есть теневая граница тени то есть по сути у нас есть четыре составляющие раз два три четыре и всегда очень важно в работе вот эти вот четыре элемента скажем так четыре пункта соблюсти ну давайте смотреть что можно сделать с динозавриком дракончиком Первое, конечно, что я бы хотела добавить, это чуть-чуть усилить, усилить непосредственно свет. Так, давайте сейчас я этот слой оставлю как есть. Так, и мы сейчас на отдельном слое с вами возьмем в Overlay в режиме наложения и попробуем добавить, ну скажем так, более, более такой акцентный свет. Так, опять же, как только у нас появляется яркий, явный свет на поверхности, сразу наш объект становится более объемным. То есть сразу он становится более читабельным и, соответственно, уже не выглядит как какая-то декоративная. Часть. Итак, мы делаем верхний свет. То есть, соответственно, все плоскости, которые у нас на верхней площадочке, они у нас будут более засвечены. Вот, соответственно, здесь мы видим свет на грудиночке, да, потому что здесь у нас будет достаточно такой акцентный идти поворотик по освещению токс, И таким образом вы видите, что у нас уже как бы начинает работа проявляться больше в тоне. Хорошо, так верхнее освещение также показываем на спиночке. То есть у нас свет верхний, поэтому будет акцент именно оттуда. И то же самое ну сквозь. Тут, в принципе, неплохо, на хвостике и так есть свет, я его просто немножечко сделаю акцентней. А дальше, после того, как мы с вами добавили свет, хотелось бы, конечно, еще пройтись по а, тенюшке, да, собственно, тени немножечко усилить, чтобы лучше проявились рефлексы. Поэтому я сейчас вот так вот через мультиплайчик аккуратненько дожимаю, скажем так, наш объектик по тенюшкам, то есть мы таким образом создаем больше вработки, ну, скажем так, объема так, с вот мультиплачиком, чуть-чуть по головке можно пройтись, опять же, чуть-чуть усилить то на бедре, потому что бедро это, по сути, у нас тоже кругляшок, да, это, по сути, тоже наш, наша сверка, поэтому здесь везде мы добавляем, добавляем больше затененности. Так, ну давайте пока что таким образом добавим, а потом пройдемся еще другой кисточкой и по цветовой категории тоже досмотрим все. Поэтому таким образом, как бы наша задачка с вами первичная, первостепенная, это как можно больше проявить в работе света, то есть, когда у свет максимально будет акцентно и качественно работать, тогда работа сразу будет, ну скажем так, выше по уровню и будет читаться еще лучше. Вот смотрите, глазик. Глазик это тоже объем, это тоже шар. Поэтому здесь мы видим, что глазик на свету будет более как будто бы акцентный, так и в тенюшке он тоже будет вот так вот мягенько как бы заходить, заходить за общий тон. Поэтому опять же наша задача это как можно ярче вот эти вот все цвета, вот эти вот все контрасты передать, показать и когда у нас это будет, скажем так, соблюдено, создано то тогда работка будет смотреться еще лучше на маленьком формате. То есть, опять же, мы же с вами понимаем, что казуалочка, в частности, все, что мы делаем в этой области, все это делается для мобилочек, для тех, скажем так, инструментов, которые мы смотрим, на которые мы смотрим в маленьком формате. Вот, поэтому, соответственно, это действительно все нам очень важно. Так, вот что мы с вами сделали теперь. Мы с вами распределили больше объект по светотени. И также, смотрите, когда у нас есть какой-то объект, да, какой какая-то форма, мы всегда говорим. Давайте я еще одну картиночку нарисую, просто чтобы этот момент проговорить более подробно. Итак, у нас с вами есть какой-то там, опять же, шаричек, мячичек, какая-то такая форма. Так, кривенькая вышла, давайте ее чуть-чуть подровняю. Отлично. Также у нас есть с вами тень, собственная тень на объекте. И что очень важно в этом этапе? На этом этапе очень важно, что когда мы с вами делаем падающую тень от объекта, то падающая тень всегда, просто всегда будет темнее, чем собственная. Вот, именно за счет такого эффекта, именно за счет такого контраста мы всегда с вами будем четко видеть распределение, что это у нас собственная тень, а это у нас падающая. Ну, давайте так ее шустренько подпишем. Так, это у нас тень. Давайте повыше чуть поставим собственное, 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 ты <с> вы. А это у нас тень падающая. Пад. Вот, поэтому очень важно, чтобы падающие тени всегда были темнее, чем собственные. А как это нам поможет с дракончиком? Ну, очень просто. Мы понимаем, что у нас есть голова, голова это шарик, и соответственно от головы у нас будет накладываться накладываться тенюшка именно именно на нашу шею, и таким образом падающая тень будет немножечко как будто бы темнее. Что нам это даст? Ну, прежде всего, как только у нас тень затенится, у нас сразу головка будет лучше как бы выделяться на фоне а, торса, да, вот, в частности на фоне шеи и тогда вот эти вот все контрасты проявятся еще акцентнее, еще активнее. То есть, опять же, мы тогда будем смотреть уже на общий объем, и контрасты будут ярче. Дальше у нас с вами есть такой вот классный, классный, классное крылышко. И на этом крылышке тоже можем сделать акцентную падающую тенюшку, чтобы крылышко как бы визуально вышло вперед. То есть, наша задача теперь сделать некоторые объекты ближе по тону, а некоторые дальше. За счет чего мы делаем объекты ближе? А все просто за счет более контрастных цветов и более контрастных теней. Поэтому, например, на верхней части крылышка я добавляю больше акцента, то есть такой более акцентный свет, и таким образом к нижней части крылышка мы этот свет гасим, и он у нас уходит в некий такой полуразблюрный тон, то есть немножечко списывается. И таким образом мы с вами очень здорово можем посмотреть на наш объектик, так, так, чуть-чуть его еще подрисуем. Естественно, естественно, здесь, если замылились какие-то детали, можно их смело еще подактивизировать. Вот в голове на самом деле всегда, когда мы рисуем какого-то персонажа, когда мы рисуем какие-то, ну в частности зверей, собственно персонажей, кто бы это ни был, люди или звери, животные, то всегда голова это у нас номер один по контрастам. То есть мы всегда стараемся сделать голову банально более акцентную, более контрастную, нежели весь торс. То есть по сути таким образом у нас выстраивается некий такой приоритет по контрастам и лучше все это дело у нас начинает читаться. Вот, поэтому с этой точки зрения я сейчас немножечко, немножечко да нажимаю по контрастам вот эти вот интересные скажем так узлы то есть вот у нас есть ноздря то есть в ноздре тоже можно усилить контрасты сделать их более акцентными так тогда у нас вот здесь вот бличок соответственно станет более ярким что тоже нам даст какую-то некую живость в арт так дальше я добавила бличок естественно вот сюда вот на зубочек ну и здесь вот так вот можно на вот этот вот губу <laughs> это скорее губа тоже добавить больше света и что самое приятное что такие таким образом у нас работа начинает, скажем так, становиться более акцентной. Вот опять же, вы глаз, глаз это вообще зеркало души, да, вот как всегда говорят, и с бликами тут можно прям совсем даже не мелочиться. То есть на глазике вот эти вот все блички, они еще акцентнее нам покажут общую форму. Ну и, конечно же, сам глаз, то есть вот я имею в виду века, который нависает на глазике, и сама, сам зрачок тоже могут быть более акцентными, более контрастными, чтобы таким образом, ну скажем так, давать, давать некий такой тонально контрастный настрой. Вот, то есть мы активизировали глаза, активизировали нос. Так, можно даже вот здесь так чуть-чуть подактивизнуть, если так сказать. И то же самое можно сделать с вот этими вот эм как это правильно назвать, в общем, гребешком, назову его так, с этой верхней частью, то есть я добавляю контрасты именно в самый-самый вершечек. И вот тут вот на кончике можем тоже вот так вот сделать такой акцентненький, звонкий, ну, скажем так, акцент, блик. Так, таким образом у нас, опять же, контрасты возрастут, и наша работка станет приятная с точки зрения эффектов контрастов. Так, дальше. Я смотрю, я тут чуть-чуть, наверное, закрасила в самом начале. Ну, давайте так, возобновим вот этот вот хохолок. О, слово Поняла. ха ха Отлично. Так, 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 вот и наш хохолочек стал теперь такой более акцентненький и, естественно, от него мы можем еще вот так вот более акцентно показать а, падающую тень. Вот, как мы говорили, что падающие тени они у нас более жесткие, ну имеется в виду по тону, то есть они у нас темнее, чем собственная тень и таким образом они лучше начинают выделяться на фоне всего. Вот, то есть опять же мы активизировали чуть-чуть деталь на голове, еще можно вот тут вот даже подбликовать, да, вот так вот немножечко детализировать. Вот, отлично. И что мы с вами сейчас уже имеем. Давайте посмотрим, что мы тут натворили. То есть, мы добавили в нашего зверюшку больше света, да, то есть мы добавили освещение, и таким образом он становится более объемным. То есть, по сути, что формирует объем? Первое, это тон. То есть, как только у нас будет четко распределен э, свет и тень в работе, то таким образом у нас всегда будет объемная работа всегда будут контрасты максимально классно срабатывать. Так, ну, понятное дело, тут можно еще доводить работку, можно еще, ну, в смысле, доводить работку не по детализации, а в смысле, по контрасту. Контрастом. То есть, опять же, можно вот так вот еще аккуратненько отделить попу от хвостика, чтобы у нас хвостик тоже как будто бы больше ушел вдаль, да, если так сказать. Опять же, к низу мы чуть-чуть затянем эту форму. Здесь тоже можно граничку тени а, немножечко поджать. То есть, опять же, тут уже можно доводить, дожимать работку по таким элементам контраста. Но что самое главное для нас, в частности, в тоне, это соблюсти вот эти вот основные контрасты. А именно, давайте сейчас отдельно их понамечаем. То есть, делаем мы голову всегда более контрастной. То есть голова у нас всегда номер один по контрастам и дальше по нисходящей, то есть второй контраст у нас идет на крылышки и грудной клеточки, ну даже вот так вот я бы сказала, вот, то есть это контраст номер два. И третья часть, это вот этот хвостик и лапки уже как бы смягчаются по контрастам и там у нас, соответственно, все практически уходит в смягчение. Поэтому вот эти вот этапы, они нам просто помогают сделать работу еще более объемной, еще более эффектно и, собственно, тогда получается такой классный результат. Так что вообще по дракончикам еще раз подведу итог, в целом, конечно, по рендеру очень круто, я же говорю, очень чистенько, и хотелось бы вот так вот чуть-чуть дожать, да, вот сделать такую какую-то приятную еще э, нотку, да, чтобы работа смотрелась еще более звонко, так что вот-вот-вот такие моменты. Отличненько. Ребят, если какие-то вопросики, то обязательно пишите вот сразу так по ходу дела. Мы как раз с вами обсуждаем сейчас контрасты и то, поэтому если что-то хочется уточнить, поэтому обязательно пишите. Так, супер, супер, супер. Давайте тогда потихоньку идти дальше и будем, думаю, тоже рассматривать не менее прикольные работки. Так, следующая работа у нас у Олега. Так, это, соответственно, тут тоже два э, скрина. Давайте сразу две картиночки откроем и посмотрим. А, классно, да-да-да-да-да, такой домичек э, казуальный, супер. И сразу мы на этом домике можем увидеть, как идет процесс работы, то есть идет лайн чистенький, хорошо, и идет так-так-так, разбивочка на окклюзию, на дуальную разбивку на светотень, угу. хорошо, и уже идет финальный рендер. А, так, хорошо, что нравится, сразу говорю, что мне нравится, потому что все равно в каждой работе действительно есть много плюсиков, вот сразу говорю, что и всех работах мне действительно кажется, что каждая достойное внимания, каждая а, сильна в своей стороне, но хочется всегда что-то еще дожать, да, поэтому будем м так м немножечко придираться. А, но в целом, в целом, что Хорошо. Хорошо по цвету. Цвет отлично. Мне очень нравится, что цвет чистый, не грязный. Это тоже большая заслуга, потому что в казуалке цвет это а, иногда бывает такой, скажем так, ахиллесовой пятой у художников. Супер. А дальше. Цвет ок. Потом очень хорошо, что. В принципе, принципе все грамотно получилось по разбивке на окклюзию, на тень-свет. Хорошо, то есть тут, в принципе, у меня тоже вопросиков нету. На что хочется обратить внимание? Давайте обсуждать. Так, я сейчас тоже буду, буду периодически рисовать картиночки, поэтому, да, буду иногда занудничать. Ну, я надеюсь, это будет не сильно, не сильно скучно. Так, ну, потому что, опять же, сложно что-то говорить без базы, да? Все-таки вот эта вот база, это то, что у нас обязательно, у нас, точнее, должно быть. Так, хорошо, сделали мы с вами заливочку. И давайте теперь нарисуем кубик. Да, тоже, кто у меня был на курсе, знает, что я очень люблю рисовать кубики э, изометрические, потому что на них мы всегда разбираем важное тональное отношение. Итак, наш кубик у нас, у нас есть стандартный кубик, и наша задача то, что мы говорили на предыдущей работке, это разобрать все по освещению. Э, здесь мы с вами видим четко, что у нас по освещению свет идет сверху слева, ну, потому что тень полностью заливает правую часть. Хорошо. Все, значит, кубик, свет у нас слева сверху. Ок, значит, что это означает? То, что верхняя площадка у нас всегда будет более светлая. Да. Дальше у нас идет полутон. То есть полутон — это левая наша площадочка. То есть там свет как будто бы скользит. То есть он скользящий. Он не такой же, не такой темный, но немножечко как бы все-таки эта плоскость света еще в себя, вбира... э, скажем так, впитывает. <с> вот. Дальше у нас есть теневая часть на кубике. Так, и теневая часть у нас, соответственно, самая плотная, темная. Все, хорошо. Вот мы с вами нарисовали классический кубик. Давайте я сейчас его продублирую. А, так вот, что здесь очень-очень нам важно. А, когда мы нарисовали вот такой кубик, ну, скажем так, кубик-как кубик, ничего особенного. Но а, как сделать этот кубик объемным? Как сделать так, чтобы на него вот хотелось смотреть и он максимально привлекал внимание? А, Все очень просто. Нам нужно выставить эти контрасты. А, мы с вами знаем прекрасно, что то, что находится ближе к зрителю, то всегда будет более контрастное. Но, опять же, это всегда хорошо видно, например, в какой-то пасмурный день, когда, например, дальний план, а, там, горы или какой-то городской пейзаж уже в таком туманчике находится, средний план такой более четкий, более резкий, а на переднем плане вот вообще все четко, все понятно, то есть как бы идет такая поэтапная блюрность. Поэтому в нашем случае с вами какой будет передний план, какой будет первый план? Это, конечно, же вот эта ближняя грань давайте ее даже потемнее на виду сейчас то есть вот эта вот гранька она будет ближе всего находиться к нам как к зрителю и соответственно вот та вот грань и вторая грань они будут дальше находиться зрителя ну все логично поэтому вот именно здесь на вот этой гранке мы добавляем больше контраста то есть мы делаем тон более акцентный более темным и получается что за счет такого эффекта мы в работу ну как бы привносим некий такой некий воздух да я это всегда называю воздухом то есть по попадает в больше как будто бы этого пространства. И что у нас получается дальше? Эта гранька у нас более акцентная, хорошо. Со второй гранью происходит аналогичная ситуация, то есть тут у нас контрасты тоже начинают активно работать, так, 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 супер. Да, вижу опять же в чатике столько людей, знакомых. Эх, аж приятно. Вот, наконец-то у нас с вами такая произошла встреча. Э, кстати, да, сразу скажу, что я надеюсь, что в таком формате мы с вами будем видеться почаще. Да, если формат пойдет, если вам понравится, все будет классно, то я надеюсь, что мы с вами каждый месяц будем так встречаться и проводить такого плана разборы. Супер, так что сделали э, вторую Граньку контрастнее, и то же самое Происходит с третьей гранью, то есть до дальняя У нас будет немножечко как будто бы Списываться, то есть входить в какой-то такой Смягчающий тон, а ближняя гранька Соответственно будет оставаться самой контрастной Самой акцентной, вот И таким образом у нас с вами произошла такая Крутая штука, что вот эта гранька это и соответственно это стали более акцентными да то есть когда мы посмотрим теперь на эти два кубика ну согласитесь что во втором сразу чувствуется объемность сразу чувствуется какая-то такая пространственность а, конечно если мы с вами еще будем вообще Крутонами и добавим падающую тень, то работка станет еще эффектнее. Опять же, как я уже говорила, падающая тень всегда будет темнее, немножечко, чем собственная. Так, сделали тенюшку и ее разблюрим для полного, скажем так, эффекта. Супер, супер, супер! Вот. Вот, все, класс, сделали тенюшку, и мы с вами теперь видим два кубика, и в котором первый, первый кубик, ну, такой просто кубик, да, просто, просто работа, просто кубик, а второй уже более объемный, более пространственный, и, конечно же, ну, согласитесь, что с этим кубиком намного интереснее воспринимать его, с ним работать и так далее. Поэтому вот наша задачка теперь на этом этапе, то есть после того, как мы добавили в работу окклюзию и дуальную разбивку на свет-тень, и смягчили грани, естественно, следующая наша задача — это внести в работу вот этот вот контраст вот этот приоритет поэтому первое и самое основное что мы с вами будем сейчас делать это анализировать где будет передняя грань ближняя грань в нашей работке ну давайте анализировать так ближняя гранька это вот это вот гранька так вот это вот это то есть все что находится ближе всего к зрителю. Так, ну и, соответственно, тут можно еще сказать, что вот так вот идет, да, если так вот, если схитрить и вот так вот по лесенке запустить. А вот, и будет получаться, что все плоскости вот там будут уже смягчаться, будут уходить от контраста, и те, что вот тут, тоже будут уходить от контраста. Логика, я думаю, как раз понятна. Ну, давайте теперь то же самое все сделаем, только на большой уже работке, да, на большом рендере. Так, 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 сейчас я хочу только такую штуку сделать. Это, наверное, сместим картиночку вниз. Вот, и тогда пойдем дальше. Так вот, перейдем тоже картинку в черно-белый вид. Я всегда любитель вначале смотреть наработку в тоне и тогда уже переходить на цвет. Итак, что мы делаем? Мы видим теперь, что нам нужно акцентировать внимание на некоторые ближние грани. То есть, опять же, чтобы работка была еще более вкусная, то всегда хочется выстроить вот эти вот так называемые приоритеты. Ну, давайте, давайте выставлять, давайте выстраивать. Так, мы с вами видим контраст, соответственно, вот здесь, вот больше, вот на этой гранюшке. То есть, да, несмотря на то, что эти как бы досточки у нас более светлые, Светлые, но все равно мы пока что на них добавляем такой более жесткий акцентный контраст. Дальше. Вообще на верхней части, как и в персонажах головы, так и на таких объектах там, архитектурных, ну, собственно, крыши, они всегда будут все равно более контрастными, чем нижние части. Но ну, это, по сути, мы это на курсе вот называем вертикальный контраст, но, по сути, это просто идет такая вот некая, скажем так, некая, не то что правило, а скорее рекомендация по вообще изобразительному искусству, чтобы контраст у нас таким образом выстраивались. То есть всегда даже в классических работах традиционных мы с вами такой эффект можем наблюдать. Например, когда ставят постановку, там, например, натюрморт или на стоит, то всегда к низу контрастики чуть-чуть будут снижаться. Итак, тут мы контрасты уже как бы добавили, да, вот так вот чуть-чуть акцентировали. Так, вот здесь вот даже можно вот так вот тенюшкой еще не обойти. То есть таким образом мы как бы вот эту вот всю ближнюю часть делаем более акцентную, более активную. Так, ну и, соответственно, здесь на по скостях у нас чуть-чуть больше больше остается светика отлично так здесь тоже у нас больше света так 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 вот такой уголочек получается более акцентный активный хорошо а дальше следующая наша стадия ну идем в принципе ниже по работе так я здесь сейчас в цвете уже не буду дорабатывать потому что я говорю в цвете все хорошо а в тоне хотелось бы как раз досмотреть поэтому я с цветом не буду сейчас играться просто поработаем в тоне а вот что касается всей этой стены смотрите делаем такую штуку всю дальнюю граньку мы мягенько мягенько смягчаем то есть по сути мы ее вводим в такое тональное тональное смягчение чтобы контраст, у нас все было такое более более нежное, да, если так сказать, более пушистое. А то же самое произойдет и с этой стороной, то есть тут мы искусственно можем все контрасты Понизить, то есть, опять же, мы смотрим на эту картинку, то есть, все, что идет на левой стороне, тоже у нас будет более смягченным по контрастам, но, опять же, я это сейчас делаю пушистой кисточкой чисто для скорости, конечно, тут хочется пройтись по каждому из слоев и не повредя, скажем так, не повредив цвет, это все дожать, но, мне кажется, все равно главное тут, главное это мысль, которую мы с вами сейчас прорабатываем. Так, поэтому там у нас контрасты тоже понизились, и видите, вот мы уже как бы чуть-чуть-чуть буквально под, подсмягчали края, и в работе уже стало, скажем так, больше воздуха, больше акцентности. Хорошо, мы идем дальше, на этом, скажем так, не останавливаемся. А дальше у нас идет, такс, вот это вот классное, классный навесик. Хорошо, на навесике тоже мы можем смело вот тут вот контрасты активизировать, то есть, опять же, контрасты будут более активны как бы на ближней части, и к дальней все это место мягенько будет уходить на нет, то есть будет как бы разблюриваться и уходить, скажем так, никуда. А также, что касается контрастов, здесь не только, ну, собственно, свет и тень усиливается в своем обилии, скажем так, а и детализация тоже будет становиться более акцентненькой. Вот, то есть, например, деталь между а, вот этими всеми, ну, скажем так, трещинками, да, заусеницами, вот именно в ближней части работки у нас будет более акцентная, и чем больше мы будем отдаляться от этих точек акцентов, тем у нас больше вот эта вот контрастность будет с Снижаться. Ну вот опять же, тут я еще добавляю акценты, то есть буквально там 3-4 полосочки, а дальше, видите, что происходит дальше, мы уже эти контрасты как бы теряем, то есть по сути они у нас уходят вот куда-то туда, назад, и то же самое у нас происходит с каждой из плоскостей, то есть каждая плоскость у нас будет таким образом более активизирована, если можно так сказать, вот-вот-вот по такому принципу, опять же, падающие тени на ближних, от ближней грани будут тоже более насыщенными, поэтому здесь можно усилить все по тону, то вот так вот прям хорошо затенить, так сказать, вот тут вот мы тоже усиливаем, да, и в результате у нас, опять же, вот эта вот ближняя сторона, ближняя точка, угол, становится к нам все акцентнее все э, контрастней, так, ну тут я еще хотела бы, хотела бы на шапочке чуть-чуть больше, чуть-чуть больше добавить света, так, 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 чтобы, опять же, у нас тут все-таки активизировался чуть-чуть э, верхний козыречек, как будто бы, так 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 супер есть и то же самое вот смотрите даже даже такой фокус проделаем сейчас на а, окошке то есть вот здесь вот как бы к ближней граньке мы контрасты так кидриш активизировали то есть вот тут вот сделали более активную часть а дальняя часть будет как бы уходить назад будет смягчаться и уже не будет такого акцента вот так что таким образом мы даже активизировали скажем так вот эти вот контрастики на нашем окошке есть супер так 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 тут стеночку тоже дожимаем ну все в принципе в принципе пока что для окошка достаточно а, собственно вот таким вот образом мы и доходим до нижней части картинки опять же здесь падающую тенюшку можно так темнее сделать вот видите получается что в целом тень она как бы при отдалении уже будет ну достаточно такая тоже светлая но именно в точке столкновения если так сказать с объектом тенюшка будет максимально активная максимально акцентная а, вот ну здесь я просто люблю на самом деле чуть-чуть подблюривать тени, чтобы у нас все-таки тоже приоритет по контрастам и в тенюшках выстраивался, но это уже так дополнительно. Вот даже таким последним штришком у нас с вами будет лесенка, то есть на лесенке можно тоже такой же эффект добавить, то есть опять же, вот смотрите, тень падающая, так, то есть здесь у нас она активней, так, и вот к краешку она вот так вот разблюривается, супер, теперь у нас тоже выстроился такой приятный глазу контраст. Так, вот здесь вот у нас тоже идет контрастик на ближнюю грань. Супер. И то же самое делаем со световой зоной. То есть вот здесь вот добавляем контраст. Супер. Добавили, дожали. И такой вот финальный, префинальный штрих. Видите, я даже специально именно верхнюю ступенечку контрастирую на ней. А на нижней я как бы добавляю контрасты, но уже вот так вот, постольку, поскольку, да, то есть уже меньше. И таким образом у нас как бы даже выстраивается такая вот контрастность по как бы высоте. То есть от верхней точки к нижней. И самое такое теперь вкусное, теперь на верхней вот этой плоскости можно еще дожать, скажем так, работу каким-то таким э, звонким, четким, сосколом, э, сколом да, какой-то такой неровностью, трещинкой, и это даст некий такой тоже э, приятный, приятный работки акцент, да, то есть как бы детализируем именно всегда на ближних гранках. Э, супер, так что вот так вот таким образом мы можем работку, скажем так, дожать именно по контрастам, и тогда нас, скажем так, больше будет э, в пространство вписываться и будет более, ну, скажем так, вписано именно в нашу необходимую локацию поэтому поработки тоже подведу такой вот небольшой итог. В целом, я же говорю, классно идет работа, вот по процессам мне очень нравится, но вот хочется вот сделать такой вот еще вау, вау эффект, и именно этот эффект делается за счет контрастов. Так что вот такие вот пожелания поработки, да, поэтому тут всегда главное помните про эти, ну, скажем так, наши любимые два кубика, что один кубик просто кубик, второй кубик контрастный, и поэтому все лучше вписывается в пространстве. Супер. Ну, я надеюсь, так чуть-чуть понятнее стало, что, что к чему. Давайте тогда перейдем к нашей следующей работе. Да, если вопросики, обязательно пишите, пока мы далеко не ушли. Так, хорошо, ну, тут как раз э, с, с этими еще, скажем так, как, как их назвать, в общем, с мебелью, в принципе, аналогичная ситуация, вот буквально пару слов скажу еще, да, хочется по мебели дожать, то есть, на мебели хотелось бы то же самое сделать, на ближней, как бы, лавочке чуть-чуть, тут можно контрастнуть, как будто бы, а вот тут, наоборот, увести в легкое списывание, то есть, опять же, это не обязательно делать прям сильно навязчиво, но вот такие вот легкие акцентики, они всегда работают нам только на руку, то есть, доработка становится просто более чистенькая по визуалу. Ну, такой вот маленький, но нюанс. А, супер, ребят, давайте тогда идти потихонечку дальше на следующие работки. Так, я не буду все выключать, я буду пока что некоторые только, когда двойные отключать, а так будем смотреть. А, так, следующая наша работка. Так, 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 работка у, так, 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 Александры. Угу. Давайте будем по порядку, чтобы никого не забыть. Ой, какой персонажи классный! Слушайте, круто, круто, круто. Такой чистенький, прям огонь. Да, очень мне понравилась работа, если честно, вот это. А, давайте тоже по тону глянем. Ну, просто на самом деле, вот глазу радостно всегда становится, когда есть чистая выкраска по тону. Да, когда у нас нету пересветов, переконтрастов, и когда вот каждый, скажем так, элемент, каждый объект у нас находится на своем местечке. А, здорово. На самом деле, по качеству рендера, очень-очень все чистенько. Также хочу сразу сказать, что смотрите, как в работе круто работают контрасты, что верхняя у нас головка очень акцентная, и к низу вот эти вот все контрасты, они как будто бы смягчились, то есть к низу мы уже видим такое легкое списывание. Шикарно, шикарно, я считаю, это очень достойно. Поэтому по тону, опять же, по тону у меня никаких на самом деле нет ни возражений, ничего, то есть все очень здорово. И я хотела бы на этой работке поговорить больше про цвет. Да, мы так потихонечку с вами вначале получилось про тон, теперь потом про контраст, и теперь про цвет. А по цвету, смотрите, в целом, в целом, звонкие, звонкие, чистые цвета, но всегда хочется сделать еще, еще чище. А смотрите, для этого случая мы всегда с вами используем теплохолодность. Да? То есть я вот всегда говорю, что когда мы работаем со светом, так, где то наш вот этот вот элемент, да, когда мы работаем со светом, то свет у нас всегда должен быть более тепленьким, да, как будто бы на полграммчика, но больше будет теплым тепленького акцента, а тенюшка, теневая часть всегда будет более прохладной, поэтому здесь на каждом объекте можно вот этот вот нюанс по теплохолодности найти, но опять же красный цвет самый такой яркий вы понимании этого, давайте я просто на этом примере покажу и дальше пойдем по работке, так, у нас есть красный цвет, и у красного цвета всегда есть, всегда есть теплая, ну, скажем так, све теплый свет и прохладная тенюшка. Так вот, прохладную тенюшку всегда мы прорабатываем через какой-то такой вот розовастый. То есть получается, что на свету мы используем более, более вот такой вот а ахристо, скажем так, алый цвет, а в тенюшке у нас больше работает именно такого плана розовастый. Потом, вот, например, следующий шарик нарисуем какой-то. Вот у нас, например, зеленый шарик. Зеленым то же самое. То есть на свету у нас больше тепленького, а вы теневой части мы чуть-чуть можем этот зеленый прихолодить. То есть, опять же, здесь всегда стоит вот эту вот цветовую палитру держать под рукой, то что а, свет у нас как бы светло-теплый зеленый и холодный зеленый будут таким образом, скажем так, соблюдаться. И то же самое по каждому из цветов. А, ну, давайте проанализируем те цвета, которые у нас есть. У нас есть красный, такой достаточно массивный тоже по по покраске. И вот видишь, получилось так, что на свету все так очень тепленько, приятно, а в тенюшке, да, у нас есть, конечно, вот такая вот прохладность, но она немножечко как будто бы в бордовый ушла, да, то есть чуть-чуть вот, ну не то, что грязновато это нельзя назвать грязновато, это все равно очень хороший красный, но немножечко хочется, чтобы еще было вкуснее, да, если так сказать, еще чуть-чуть дожать по такому очень чистенькому, какому-то розовастому оттеночку. То есть, опять же, не обязательно прям слишком супер активный какой-то цвет брать, слишком яркий розовый, но вот так вот на чуть-чуть можно работку еще усилить именно по розовастому акценту. Вот видите, вот чуть-чуть я начинаю как бы прокладывать этот розовый, по тону ничего не поменялось. То есть по тону, в принципе, ну, чуть-чуть светлее стало, но это не критично, тем более, тем более, что по тону мы даже можем, так, где-то мой Hue Saturation еще чуть-чуть насытить, темнее сделать, и вообще, в принципе, разницы никакой особо не будет. Но по цвету у нас сразу внесется, скажем так, внедрится некая такая приятная иллюзия, иллюзия тепло-холодности. Вот, поэтому я бы советовала еще чуть-чуть проложить как будто бы все тенежки с более холодными оттенками, есть, и это будет такой такой приятный очень акцент, а, супер. И по белому, по белому цвету, белый цвет на самом деле мой любимый цвет вообще в казуалке. я очень люблю его, а, особенно когда он где-то там на природе, где открытые открытые, а, скажем так, рефлексы работают от неба, от травы, от земли. А в белых белых поверхностях я всегда рекомендую использовать такого рода цветики. То есть на свету мы всегда можем взять вот чуть-чуть такой какой-то персиковый, вот немножечко буквально, это, то есть опять же не желтый какой-то, а просто легко легко персиковый. То есть видите, мы как бы убираем а, некие такие голубизну некую голубизну сработки, и у нас возникает такой более, ну скажем так, звонкий вид. И вообще белый очень классно прорабатывать с помощью а, такого персикового и легко легко развато фиолетоватого. То есть голубой цвет он достаточно такой капризно в этом случае, а легко фиолетовый он дает такой вот очень как будто бы, знаете, как тепленький, ну это как бы холодный цвет, но он дает какое-то такое вот приятное ощущение. А, также чем можно еще, скажем так, приправить работку, то что, скорее всего, что барышня будет стоять, но ну, опять же, если это локация, если это какое-то открытое пространство, то, скорее всего, пол будет какой-то, или же трава, или же это будет земля, в общем, какой-то тепленький. Поэтому вот на, э, угол, скажем так, на кончики вот эти вот рефлекторные, да, то есть там, где у нас рефлекс начинает работать, можно взять и добавить вот прям-прям-прям такого какого-то нежно-персикового оттенка, да, такого вот охристенького, христенько, желтенького и тогда у нас вот эти вот рукавчики как будто бы станут более, более интересными именно по цвету. Ну, сейчас, конечно, так, попробую сейчас еще капелюшечку дожать фиолетовый, потому что мне его как-то маловато здесь кажется. Но, опять же, белый цвет, это действительно очень крутой цвет для работы. Я вам сейчас тоже пару еще ревчиков хочу показать. Да, вот чисто тоже я себе с интернета делаю подборку тех э, работ, которые мне очень нравятся по качеству цвета. Ну, опять же, вот здесь еще чуть-чуть дожмем. Ой, какой-то не нравится мне этот цвет. Вот такой какой-то персиковый. Опять же, так как у нас здесь находится красная такая яркая юбка, платье, то здесь, соответственно, мы вообще смело можем добавлять какой-то такой розовастый оттеночек, потому что, в принципе, это будет оправданно, да, где-то этот э, желтовасто-оранжеватый оттенок точно будет находиться. Так, ну вот, опять же, так чуть-чуть-чуть можно еще дожать цвета, так, и получается, что цвет у нас такой становится более, как будто бы, звонкий, более чистенький, да, такой вот более интересный по своему содержанию. Ну, такой вот, скажем так, нюанс, то есть в целом все равно здорово, но вот эти вот нюансы, они могут просто нам помочь сделать отработку еще более э, интересную в плане цвета. По референсам, да, вот опять же, парочку вам сейчас покажу, так, вот, вот они у меня тут имеются, то есть, опять же, как мы видим цвет, вот, чем мне эта локация нравится, тем, что она полностью белая, и смотрите, какая прелесть получается, что на верхних площадочках, там, где у нас свет, да, тут у нас есть теплый оттенок. Потом в теневой части мы видим уже такой какой-то розоватый, фиолетоватый, ну вот такой более прохладный. И, соответственно, полутон у нас тоже тепленький. Есть то же самое. Опять же, мы можем посмотреть на другие элементы. Ну, здесь такая еще более хитрая ситуация, потому что тут добавили еще такого прохладного, как бы голубоватого оттенка. По сути, это от купола, купола неба. Такой идет у нас, скажем так, вид. Есть, вот то же самое можно посмотреть на этом диванчике, что, видите, как здорово начинает работать. Вот верхний свет тут сделали наоборот, это как бы не свет, это такая уже полутональная а, зона, поэтому тут мы можем добавить такого прям холодного оттеночка. То есть, опять же, по тепло-холодности, вот, очень, мне кажется, это удачный пример, потому что а, сразу видно солнце, да, сразу видно свечение. Так, ну, зима это специфический э, вариант, тут, в принципе, тоже все работает, но это своя специфика. Ну, вот, опять же, даже вот в таких э, скетчиках, да, это вот художница... Тут линчен. Я тоже, ребята, всегда ее рекомендую насматриваться, насмотреться на ее работки, потому что э, у нее очень, прям очень яркие, чистые цвета, то есть не в яркости дело, а именно в чистоте. И вот, например, смотрите, когда мы смотрим на э, вот даже вот эту вот моську, что мы видим? Что вот здесь у нас такой прям тепленький цветик? Потом переходит в прохладный фиолетоватый. И к низу мы еще видим такой прям персиково-розовый. И за счет этого у нас такой получается очень объемный вид зверя. Вот то же самое на э, мышке. Мы видим, что здесь у нас из-за лампочек у нас носик подсвечивается таким более как будто бы разовасто красноватым оттенком, даже оранжеватым, а верхняя часть у нас более холодная, потому что там у нас тоже работает верхнее как бы освещение. Вот опять же в этих тоже классных таких зайцах тоже вот мы видим, как работает и внутреннее свечение, да, вот в этих ушках, и вот опять же даже если проанализировать один только носик, мы видим, что холодненький, тепленький и такой приятный теплый рефлекс. Вот я к чему веду, что вот эти вот все рефлексы всегда очень здорово, когда они идут более теплые то есть получается такой интересный, скажем так, пирамид если так сказать, наверное, бутерброд даже я бы назвала, что свет верхний теплый, потом внутри мы видим прохладные, прохладные тени с полутонами, и в рефлексах мы видим теплоту, то есть рефлексы начинают как бы рефлексировать то пространство, которое находится рядышком, и получается такая очень звонкая картинка. Вот поэтому здесь, опять же, вот на мордашке, вот везде очень рекомендую посмотреть эту художницу. И я вот лично, я всегда, всегда себе держу под рукой ее какие-то работки, чисто просто, чтобы вдохновиться чистотой. Потому что, опять же, в казуалке наша одна из основных и сложных задач – это сделать работку максимально чистенькую. Конечно, в меру, в меру необходимости, то есть сильно, конечно, пересвечивать не стоит. Но даже, например, здесь вот в, этой, в этом цыпленочке, кто это у нас тут такой? цыпленок скорее всего да есть тут угу. а, тут тоже мы можем посмотреть как например работает свет то есть мы примерно кстати вот такой же и сделали то есть видишь получается что а, тут идет тоже вначале на от тепленького такого прям белесого а, потом у нас спускается в розовастый такой фиолетовасто сизый оттенок ну в частности тут больше розовый работает а вот и книзу теплый и к низу теплый и в целом такой получается более как будто бы звонкий чистый цвет для зверюхи а, поэтому опять же по работе я считаю Считаю, что работа хорошая, опять же, даже шикарная, просто по рендеру все отлично, то есть никаких нету претензий, проблем. Вот. Ну, по цвету это такое просто пожелание, чтобы, скажем так, обратить, обратить просто на это внимание. И в следующих работках, может быть, еще больше такой эффект использовать. Но, опять же, в целом повторюсь, что очень классно, поэтому Александра супер. Я очень довольна, например, такой работкой была бы класс! Хорошая работка. Супер. Поэтому, ребят, давайте тогда продвигаться. Так, у нас дальше еще впереди много классных работ, поэтому будем, будем смотреть. Так, следующая наша работка у Хелен. Отлично. Так, с домик. Давайте тоже проговорим более подробно. В целом, опять же, повторюсь, когда мы смотрим вообще на свой арт, очень полезно пересмотреть работку в черно-белом виде. Потому что тогда все, скажем так, косяки, все какие-то недочеты начинают вылазить, и тогда мы более четко можем увидеть вообще в целом тональное отношение. То есть, когда у нас есть цвет, цвет нас начинает как-то сбивать с этой мысли. Давайте смотреть: вот что здесь хотелось бы еще Дожать. В целом, опять же, рендер мне очень нравится. То есть, по рендеру чистенько. Вот, конечно, вот есть такое единственное, что нюанс, сейчас я попробую это продемонстрировать, что, вот, смотри, вот как будто бы по проработочке по проработке вот этих вот досточек у нас как будто бы все так очень качественно, то есть, классная текстура читается, мне очень нравится, что она такая казуальная, по форме хорошо идет. Вот, то есть, по проработке, ну, прям, оно, а ну, то, что нужно. Но, потом, когда мы начинаем, например, смотреть на черепицу, а вот здесь недостаточно проработки, Проработки. То есть хотелось бы, если мы начинаем уровень проработки выводить на такой высокий уровень, то тогда вот на каждом из элементов тоже вот этого эффекта, скажем так, добиться. А что это может быть? Ну, опять же, если говорить про деталь, то на черепице могут быть какие-то какие-то тоже сколы, да, какие-то такие неровности, может быть даже какие-то какую-то текстуру, кстати, можно закинуть или же самому отрисовать какую-то такую более активненькую. Так, ну, я на самом деле люблю все-таки накладывать готовые текстуры, а потом сверху их обрисовывать обычно я делаю так, беру текстуру, потом захожу вот сюда вот в фильтры, и вот тут вот играю с фильтр Gallery, да, то есть тут можно немножечко как-то подпортить, подпортить фотореальность текстурки, и потом это очень классно будет вписываться в, в игру, в работу. поэтому здесь, опять же, какие-то такие вот дефекты, вот может быть на сколах, вот здесь вот на фасочках, точнее, дожать что-то такое эдакое. То есть хотелось бы что-то такое еще вот вкусненькое, вкусненькое именно на границах показать, так, то есть э, черепичка тогда станет ста более, более, скажем так, оживет, и это будет очень такой приятный эффект. Вот, опять же, кнопочки эти, да, вот, скорее всего, это э, гвоздики. Вот хорошие гвоздики, но тоже можно дожать их по объемчику. То есть показать, где у нас свет, да, где у нас теневая часть. И тогда, вот, опять же, станет больше объема, и сразу же по уровню будет все. Как нужно а, Так, ну и самое такое главное Здесь, э, смотри, вот камушки Они получили сейчас вот такое приятное ощущение Как бархатные, да Но я понимаю, что здесь, скорее всего Подразумевался, наверное, все-таки камень Тут я не буду утверждать Но есть такая мыслишка <laughs> Поэтому тоже, вот если это камень То хотелось бы вот так вот э, более жестко Тоже его проработать по плоскостям То есть, опять же, э, ну вот мы, в принципе Так вот, так-так-так-так-так Вот можем дожать Вот как будто бы какие-то такие вот нюансы сделать Тоже какие-то скобки Добавить, да, вот я обычно тоже люблю брать какую-то фоторельную текстуру и тоже ее таким вот образом дорабатывать. То есть, опять же, как только у нас появится некая такая каменность, то сразу домик станет более монументальным, да, вот таким вот более плотным. И это, конечно, будет э, хорошим таким вот элементом. Вот поэтому здесь хочется по граничкам пройтись, вот так вот дожать. Ну, я думаю, как раз идея, <coughs> идея тут ясна. Опять же, конечно же, контрасты. То есть без контрастов мы с вами никуда. А, вот, то есть, опять же, то, что у нас более контрастное, то будет у нас находиться ближе к нашему взгляду. Примерно по такому варианту. Ну, примерно, опять же. Но, опять же, по деталям это все хорошо. Давай сейчас поговорим про главное. Поговорим про освещение и про тон. Так, есть освещение. Здесь у нас, скорее всего, с так-так-так, справа. Ну, смотри, сейчас получился такой эффект, как будто бы у нас лампочка вот где-то тут находится. Потому что, видишь, вот эти вот части, они как будто бы вышли самые контрастные, самые яркие. Но дело в том, что на нижней части кажется, что освещен освещенный именно нижний фланг, потому что тут, кажется, больше контраста. Но потом, когда мы посмотрим вот, на работку, то видим, в принципе, по металлу, что освещение вроде как должно быть сверху. То есть, видишь, получился такой эффект присутствия нескольких источников света, а нам нужно все-таки выбрать выбрать один, да? потому что в целом в работе всегда как стараемся работать. То есть мы делаем вначале как будто бы нейтральное освещение, ну как будто вот у нас есть какой-то объект и он находится в неком таком куполе. То есть по сути такой ровный будет нейтральный свет без каких-то акцентов. И потом к этому нейтральному свету, да, как будто бы в вакууме каком-то, мы начинаем добавлять точечное освещение. То есть вот у нас есть объект и какой-то э, точечный свет будет с какой-то стороны идти. Поэтому здесь очень важно вот решить с какой стороны стороны будет идти свет на объект. Ну, давай так поступим. Давай по умолчанию, опять же, самый удачный, выгодный был бы источник света сверху. Давай сделаем сверху справа. Так, смотрим, смотрим, что у нас дальше происходит. А, вот на металле. Так, это у нас металлические части, но несмотря на это, все равно верхние части будут более освещенные. То есть все, что будет выше а, находиться, будет более яркое, более звонкое, и таким образом мы как бы больше сможем продемонстрировать тоже вот этот наш искомый а, искомую иллюзию светотени. Так, вот здесь опять же рефлексики можно сделать тоже по акцентнее, так как это металл. То есть на металле мы можем имеем, скажем так, право делать контрасты более акцентные, более активный. Ну, я примерно так сейчас намечаю. Понятное дело, тут хочется вот так вот аккуратненько по всему, по всем деталюшечкам пройтись, но мы с вами так сделаем просто общий такой э, экскурс такс, поэтому здесь тоже можно вот пригасить дальнюю часть, потому что она уходит как будто бы уже назад куда-то, такс вот здесь у нас идет-идет-идет контрастность ну вот видите, сразу у нас освещение как будто бы становится не условное, а более четкое, да, такое вот более точечное а, хорошо, идем тогда дальше шаричек тоже, видишь, тут на шарике прям вообще можно круто показать что он у нас такой прям очень объемненький как такая булька, если до шарики называют такими как булечками а, такс, также здесь у нас будут работать, конечно же, рефлексы, достаточно Ярко акцентно. Вот. И вот этот шарик приобретет тогда такой вот более монументальный что ли вид. Поэтому, опять же, вот как здесь мы прошлись, так вот на каждом из элементиков хочется пройтись. Вот, кстати, на вот этих вот рожках, назову их так, классно, вот, вот тут хорошо работает, работают цвета, э, так, можно, конечно, еще тут, вот тут акцент не сделать, вот этот ближний рог, чтобы дальний мы тогда могли мягенько, ну, скажем так, спустить в смягчение по контрасту, вот, и самый акцентный тогда контраст у нас будет сверху, на верхней площадочке, а к низу эти все контрастики у нас смягчатся, вот будет такой тогда очень эффектный вид. Так, вот примерно в таком, в таком ракурсе. Э, дальше тогда идем по работке здесь сейчас так получилось, что так, если у нас верхний свет, то по освещению будут вот эти вот части правильно освещенные. Тут на самом деле стоит не сильно так вот уходить в затенение на дальнюю сторону, потому что тогда форма начнет, знаешь, как будто бы выворачиваться. То есть все-таки лучше держать тон более ровненько, то есть чтобы у нас не было такого слишком захода в тон тени, а все-таки освещение было такое более, более ровное, более, скажем так, верхнее. Да, в дальней части будет смягчаться контраст, но не будет уходить в затенение слишком сильную а, так также мы выкладываем освещение по вот этим вот плоскостям смотри сейчас получилось так что вот здесь у нас как будто бы цельная плоскость но нам нужно показать вот эту вот нашу некую топологию что у нас плоскость идет вот таким вот образом то есть вот эта вот площадочка она у нас будет более затененная есть то есть это у нас полутон верхняя плоскость это у нас соответственно свет вот здесь мы можем даже еще подконтрастить потому что это ближние ну, скажем так черепичины на ближней гранке так и падающие тени еще темнее еще более акцентно супер то есть вот по такому раскладу хотелось бы еще проработать каждую из черепичек чтобы каждая из них была более более такой вот цельные вы прорисовочки супер так что опять же по плоскостям сделаем разборчик и будет тогда то что нужно отлично так дальше да спускаемся дальше у нас происходит следующее от так, это у нас полутон тоже должен быть, правильно? А, так, от этой части на боковиночку у нас должна прям... Must have упасть плотная падающая тень от той зоны, потому что тут, по сути, у нас будет освещение таким образом играться, да, то есть, оно будет у нас давать нам запускать мощную тень на боковинку. Так, здесь у нас источник света. Хорошо, я бы на самом деле предложила даже больше больше показать освещение на этой всей части. То есть, можно еще вот так вот акцентнее, как будто бы показать свет. Тогда у нас будет некое такое свечение прочитываться еще, еще лучше, еще эффектней. Так, то есть, опять же, всю внутреннюю Внутреннюю часть я бы увела на свет, а внешка тогда у нас бы была ну, в таком полутончике. Угу. было бы как раз то что, то, что хочется, то, что нужно. Так, и здесь, опять же, такие прям контрастные были бы тона, то есть тут мы прям хорошо можем затенить вот эту вот область, чтобы у нас тут а, прям так хорошо вот этот передний край выходил вперед. Вот видите, что мы делаем? Мы теперь как бы вот этот краешек вытаскиваем немножечко как бы на нас, наперед. А, супер, дальше идем. А дальше происходит следующее. Вот эта вот плоскость верхняя, вот смотри, верхняя площадочка будет светлее, а вот эта вот боковиночка будет темнее. То есть, опять же, тоже приоритет по контрастам то все что выше то будет более светоносным более акцентным. Э, так, идем дальше. Ну вот это вот классно, все тут мне все очень нравится. Единственное, что можно еще тут э, дожать, доделать, это добавить контрасты именно на ближнюю вот эту вот э, штучечку, да, вот на ближнюю досточку. Э, есть и соответственно на э, на этой площадочке тут мы сделаем границу светостенью темнее, вот тут потемнее. Ну и полутончик будет у нас естественно тогда более акцентный, более светоносным. Вот, то есть по тону мы тоже вот так вот вы строили тут приоритеты. Дальше. Дальше мне нравится, что идет плотная тень падающая. Тут можно, кстати, этот эффект еще вот так вот даже довести, дожать. То есть еще больше вытащить как будто бы эту верхнюю часть вперед. А, ну и напоследок давай тогда а, нижнюю всю вот эту площадочку уведем в полутон. То есть по сути свет все равно будет более активный именно на верхних, верхних площадях. Если так сказать. Вот. Поэтому тут мы свет как бы активизируем. Так. Потом. А, смотри, тут такая классная штучка у тебя получилась. Только здесь хотелось бы Добавить больше контраста, опять же, на ближнюю грань. То есть, по сути, по топологии, если мы сделаем срез, то это у нас будет вот такой вот овальчик. Кривенький у меня вышел овальчик, но я думаю, вы логику э, как раз видите. И получается, что здесь мы делаем границу светостенью более акцентную, более как будто бы яркую. Так-так-так, вот-вот-вот. Мы ее так активизировали себе хорошенечко. И дальше мы выходим на рефлекс. Все, вот тут у нас будет рефлекс. Так, рефлекс, он у нас будет более светоносным, более скажем так, светлым, и тогда будет объект лучше заворачиваться, как бы вворачиваться в пространство. Э, тут также можно на свету немножечко активизировать светом ну и собственно будет такая вот очень выпуклая объемная штуковинка так и от этой штуковины у нас мощная падающая тенюха мощное падающая потому что это передний план и тут у нас контрасты более акцентные более активные вот таким вот образом мы эти все контрасты с вами покажем а, опять же так если это у нас полутон хорошо это у нас значит теневая плоскость вот и здесь лучше все-таки не уводить в такой сильно плотный темный цвет лучше все-таки такое добавить тоже как будто бы некий, некая, некую э, отражаемость, да, что ли, если так сказать, от верхней, ну, скажем так, от купола неба, да, то есть там будет все-таки больше работать свет. А, и в результате у нас будет примерно вот такой вот вид нашей всей этой красоты. А, естественно, естественно, тоже в окошечках, от окошек, точнее, хочется вот сюда прям добавить больше света, то есть тут, когда мы рисуем окна, на самом деле, можно полностью вот всю эту зону, да, вот когда у нас, ну, собственно, окно идет, да, подоконник или, как сказать, вот рама оконная, и на нее можно вот так вот полностью забрасывать свет, вот пусть он будет максимально активный акцент, ну, в принципе, опять же, обычно никогда это не мешает в работке, то есть обычно это только на плюс работает есть. И финальный теперь штрих, скажем так, финальное завершение всего этого нашего дела. Это хочется еще дальний уголочек, дальнюю всю вот эту вот часть смягчить по контрасту. Вот смотри, у нас есть два окна, вот окно один, окно 2. И первое окошко у нас будет более как будто бы контрастное, а дальнее будет уходить в мягкий, э, в мягкий списанный тончик. То есть, что это будет происходить? А вот такая вот штука будет происходить, что мы как будто бы искусственно на дальнем плане контрасты успокаиваем, чтобы контраст не е у нас казались те объекты, которые находятся на нашей ближайшей граньке. И таким образом получается у нас такой вот очень приятненький, скажем так, расклад по тону, что вот эти вот части у нас более контрастные, так тут у нас контрасты как бы активизировались и домик, видишь, по тону он становится намного более а, чистым, четким. Вот чистота вот этого четкости, так это как раз то чего наша с вами Основная задачка — добиться, скажем так, любым способом, и по сути, на самом деле, это не только касается вообще казуалки, это вообще в целом касается и традиционной живописи, рисунка в частности, и иллюстрации, да что бы ни было. На самом деле очень важно вот эти вот нюансы эффектов живописности соблюсти, чтобы работка была более чистенькой. Ну вот получается такой у нас с вами э, расклад, то есть видите, мы как бы добавили больше освещения, и на домике стали тогда вот эти вот приоритеты, ну скажем так, лучше простраиваться. То есть, мы тогда отчетливо видим, что свет у нас верхний, да, тут, понятное дело, можно еще вот забыла, забыла вот эту штуку я прижать по контрастам, чтобы она так не высовывалась вперед, чтобы она была как бы больше посажена в тоне, вот, и у нас получается такой вот очень приятный тогда вид работки, то есть тогда все максимально чистенько вот так вот вписывается и уходит в пространство, поэтому вот такие вот были бы пожелания по тону, по цвету, по цвету мне, в принципе, нравится, как все работает, то есть чистые цвета, это все очень хорошо, но все-таки основное это тон. Я в этом случае всегда рекомендую, что если, ну, если возникают путаницы с тоном и цветом, то лучше эти два понятия разделять. То есть вначале работать полностью в тоне, вот как считаете, нужным до финала доводить, и потом уже начинать внедрять цвет. Вот, опять же, это такой подход, просто помогает не запутаться в этих, скажем так, слоеностей. Супер. Поэтому такие вот пожелания, такие комментарии. Давайте тогда потихоньку двигаться дальше. Вот, ну, если, конечно, вопросики есть, пишите, говорите. Так, хорошо, следующая наша работка, Так, 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 давайте смотреть. Такс, угу. сейчас я, наверное, только. Сейчас, ребят, секундочку, то у меня Photoshop, наверное, все-таки не захочет держать такое количество работок. Давайте я сейчас, наверное, какие-то. Ух, мне аж жалко выключать. Ну ладно, парочку первых работ я выключу пока что. И будем тогда добавлять новые. Угу. Так, Ух, классный персонажик, конечно. Так, ну идемте следующую работку смотреть. Так, следующая работка у нас у Юлии такая вот прикольная-прикольная тыквочка получилась. А, классно. Давайте тогда проговорим, посмотрим вообще в целом, что у нас к чему. А, в целом рендер чистенький. Рендер мне очень нравится. Опять же, все так аккуратненько. Вот прям вот видно тоже, что а, с любовью, с любовью все сделано. И это, конечно, безумно всегда мне приятно, когда а, художник любит свой арт и старается его вот так вот довести до такого вот идеала. А, вот, и что хотелось бы еще, еще вот так вот для эффектности дожать в работке, это цвет. То есть здесь вот мы как раз сегодня с вами говорили про теплохолодность, и сейчас мы в полной мере с этой теплохолодностью еще разберемся. Смотрите, у нас получается тыква рыжая, так, тыква должна быть рыжая, а хвостик как будто бы должен быть, ну, наверное, коричневым. А здесь еще такое есть фундаментальная, важная штука, давайте я все-таки еще раз нарисую одну такую вот штучечку, схемку для разбора. Когда мы с вами видим два объекта, давайте тоже пока что в тон перейду, вот у нас есть, условно говоря, светлый объект, так, у нас есть объект там средний, средней сложности, в смысле тональности, то в этих двух объектах очень важно, чтобы у нас не было, скажем так, переконтраста. То есть смотрите, вот к чему я веду, что на светлом объекте у нас тень будет достаточно такая светлая, а на среднем тоне объекте у нас тень будет более темная. Ну, это как бы логично кажется. Но проблема возникает тогда, если ребята, например, берут и делают свет вот такой вот светлый, и в этом светлом свете берут вот такую вот темную тень. И получается тогда такой, ну, скажем так, эффект какого-то легкого переконтраста то есть хотелось бы сделать или же свет в этом случае темнее или же наоборот тень сделать светлее то есть чтобы был такой вот более мягкий расклад поэтому в этом случае у нас всегда идет такая штуковина что нам очень важно в работе четко распределить какой объект будет более светлым какой будет среднего тона ну и какой в частности темного если такой объект будет в нашем случае получается следующее что в целом тыкочка это допустим объект светлый достаточно так ну я бы на самом деле в этом случае тень немножечко подсветлила, чтобы объект был у нас таким более спокойным по тону. Так, ну вот где-то вот на столечко, да, чтобы он был более как будто бы светлым. И а, вот этот вот хвостик, хвостик-кончик, его можно сделать, наоборот, как будто бы более плотным. То есть, сейчас вот я дорисую, и увидите, в чем в тут разница. А, что как бы в этом случае мы с вами сделали более чистый разбор именно по тончику. То есть мы разбили на базовые тона вот эти вот два элемента. И теперь, когда мы вот так вот, допустим, в игре отдалимся на расстоянии, то всегда вот эти вот два объекта будут четко видны, что это у нас хвостик, а это у нас тыковка. А в противном же случае мы с вами видим как будто бы ровный тон... Да, цвет, конечно, это нивелирует, но все равно наша задача это проверять все на тон, чтобы не было, скажем так, тональных каких-то попаданий. Так что это такое первое пожелание в работе. И второй момент ⁇ это цвет. Да, вот как раз по цвету мы сейчас с вами разгуляемся. По цвету хотелось бы сделать тыковку еще рыжей, еще вот так вот поярче, посочнее, вот на свету в частности. То есть можно вот так вот прям... Ну, давайте я сейчас буду просто подрисовывать, то есть, несмотря на так-так-так э, на контуры. Что просто по тону этот эффект добиться Этого эффекта, вот, то есть Хотелось бы на тыковке, вот видите, что я делаю Цвет как будто бы оставляю более рыжим Таким более ярким, а в тенюхе Добавляю прям такого розоватого Оттеночка, и вот как раз на этом Полутоне у нас может проявляться всегда Самый яркий цвет, а здесь Да, кстати, тоже такой очень важный момент Давайте я сейчас дорисую вот этот Фрагментик и вам его тоже Озвучу, да, чтобы тоже тут было все у нас с вами Максимально чистенько, я же говорю Так, сегодня мы с вами смотрим работки, но в основном про базовые такие нюансы, которые касаются по сути нас всех, потому что э, от этого все формируется. То есть как только у нас будет четкая тональная раскладочка, как только у нас четко чисто все будет по тону, сразу работа станет у нас более цельной более чистая и это будет, конечно, намного круче. Э, так вот, что здесь нам м, очень важно для понимания? так э, мы всегда понимаем с вами, что у нас вот, например, есть объектик какой-то кругленький, так. Так, 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 вот. А, и если разбить его на сегменты, то получается так, что эта часть у нас как бы засвечена, то есть здесь у нас свет падает. А вот эта вот у нас часть, это некий такой, ну, называют его собственным цветом, то есть это полутон, а в полутоне всегда проявляется собственный цвет максимально ярко. И дальше у нас идет рефлекс. Ну, собственно, это теневая часть с рефлексом. И мы с вами видим, что по топологии у нас идет, вот если так примерно набросать, такая ситуация: что верхний свет, потом идет полутон, и потом идет тенюшка-теневая часть. Поэтому, как раз вот что я этим хочу сказать: что э, максимально яркий цвет у нас будет всегда именно в полутоне. То есть не на свету, не в тени, а именно в полутоне. Потому что здесь цвет максимально раскрывается, скажем так, со, со всей яркостью, со всей чистотой. И наша с вами задача это, скажем так, цвет словить, на вот его не упустить. Поэтому здесь, опять же, можно даже вот добликануть вот эти вот а, классности, вот эти вот штучечки на а, верхней части. То есть, бличками, скажем так, тут испортить нельзя такие работки. Тут в казалочке блички, это тоже наше второе, второе я, я бы сказала. А, да, поэтому бликами и бликами мы так доправляем форму, делаем ее еще более звонкой, такой сочненькой. Так, ну, может, даже еще я бы уже усилила блики. Ну, тут, конечно, и испортить тоже э, не хочется, да, чтобы не было у нас слишком забелено вида, но в общем блички еще вот так вот чуть-чуть нажать, поднажать, если так аккуратненько, то можно. Так, uh, и что самое еще здесь у нас идет главное вообще в целом по тыковке, это то, что на передней части мы можем добавить контрасты поактивнее. То есть я имею в виду контрасты между делениями одной, ну, скажем так, одного сегмента с другим. То есть вот здесь вот, видишь, я как бы контрасты дожимаю, то есть я их делаю, ну, понятное дело, можно это все аккуратнее сделать, да, я сейчас просто не хочу на аккуратность тратить время, так, чтобы больше успеть с вами проговорить, но смысл как раз в том, что здесь мы контрастами активизируем, как будто бы весь процесс, да, вот делаем его более звонким. Так, вот здесь тоже более звонкий, ну, собственно, везде везде на всех формах этот объект у нас будет более такой акцентненький. и к периферийке, чем дальше мы будем уходить в скажем так в дальние сегменты тем у нас вот эти вот контрасты будут мягче и мягче то есть там уже контрасты не будут в такой же силе работать так сразу активизирую этот кончик хвостик и там у нас будет такое уже мягенькое как бы списывание на рефлексы вот, поэтому такие вот моменты очень классно можно добавить вообще в работку, чтобы работка была еще более такая вкусненькая, цветная и чистенькая. А, да, вот таким вот способом давайте сейчас вот чуть-чуть смягчим вот этот контраст края, чтобы не было такого прям супер резкого контраста. Опять же, к периферии все-все-все контрасты убираем, то есть, ну, их не надо их нам добавлять здесь, а самые акцентные контрасты будут, соответственно, именно вот здесь, то есть, где у нас идет соприкосновение с ближней центральной частью, то есть, по сути, вот по этому сегменту будем и идти, так, и рефлекс, э, рефлекс я бы сделала даже еще, еще более вот такой вот какой-то активненький, то есть, тут, ну, в принципе, фиолетовый цвет, он классный, тем более, если небо у нас все в фиолете, то рефлексы могут быть еще более такими вот, как бы, широкенькими, так, это тоже нам э, не помешает в работке, и таким образом, так, давайте сейчас доведу эти рефлексы, чтобы они были более аккуратные, да, тут так портит, портит э, все восприятие, Отлично. Uh, да, так что таким вот образом мы, как бы, можем дожать вот эту вот нашу любимую тыковку и сделать ее более акцентненько. Давай сейчас так оп, оп, оп. То есть видишь, как будто бы. Ой в картинке появляется чуть-чуть еще больше цвета, как будто бы появляется больше чистоты, и это как раз тот эффект, который нам нужно. Понятное дело, что можно дальше как бы доправить, доправить всю работку еще посредством каких-то вот таких вот более ярких там и розовастых рефлексов, да, то есть как бы можно, кстати, кстати, так вот интересно попробовать вот этот вот подносик, подносик сделать как будто бы на свету более холодным, потому что смотри, если небо будет у нас с фиолетовым, то скорее всего будет рефлекс идти от неба и он добавит нам некой такой скажем так яркости звонкости по цвету на блестящий если это блестящий поднос но ну, мне кажется было бы так эффектно его тоже подблестить сделать таким более яркеньким так ну и нижняя часть тогда тоже у нас будет допустим более прохладный то есть опять же мы теплохолодность еще внедрим на этапе проработки тыковки то есть добавим прохлады в поднос и тогда кстати тут могут даже классно вот так вот потом рефлексировать боковиночка тыковки на подносе ну то есть вот будет еще больше, более приправленная работка, и, конечно, это будет визуально отлично смотреться. И последний штрих, скажем так, финальный штрих в этой всей истории, это вот этот наш классный элемент по, в общем, хвостик, хвостик. Здесь хотелось бы добавить контрасты на верхней части, то есть, смотрите, мы как бы на вершечке добавляем контрасты, и потихонечку к низу эти все контрасты будут немного у нас списываться. То есть, опять же, здесь мы можем вот так вот тенюшечку подактивизировать, вот здесь. Вот, кстати, верхняя часть, я бы все-таки ее вот так наоборот засветила. То есть, пусть она была бы у нас наоборот более светлая, то есть как такой маячок света, если так его э, сказать, выразить, так, и здесь тогда у нас бы был акцентный активный свет, так, тут у нас вот этот розовый яркий рефлекс тоже бы активно проявлялся, э, и таким образом верхняя часть тыковки была бы более контрастная, а к нижней части потихонечку все эти контрасты бы смягчились, и опять же, когда мы мы посмотрели на работку, то увидели такой вот приятный эффект, что видите, как будто бы у нас вот как, как песня, если так выразиться, э, идет контраст от верхней точки к нижней и получается такое очень приятное тональное заворачивание формы ну здесь наверное все-таки чуть-чуть еще активизируем форму это все-таки чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем уходит в смягчение по контрасту но вот примерно аж настолько это будет вполне вполне себе достаточно так что такие вот пожелания по тыковке так, отлично. Э, Идем тогда дальше. Да, будем тогда дальше продвигаться по работкам. Э, следующая наша работка. Так, 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 такой классный тоже подарочек. Давайте тоже посмотрим. Супер. А, Но, ну, опять же, нравится мне рендер. Все так чисто. Опять же, очень прикольный бантик получился. И вот всегда очень радуюсь, когда в бантике вот так вот все максимально продеталено. Отлично. А, да, по поводу рендера, что... Точнее, по поводу вообще восприятия. А, что бы здесь хотелось тоже дожать, это тепло-холодность. Потому что, смотрите, получилось, что зелененький у нас как бы и на свету, и в теневой части. А здесь мы можем сделать такой финт. А, мы можем зеленый на свету сделать более теплюсь таким более тепленьким, так, особенно к вот этой фасадной как будто бы части, вы полутончики, я бы сделала что-то такого среднего между теплым и прохладным, ну такой вот промежуточный был бы, скажем так, промежуточный цвет между теми вторым, и, ну, конечно же, вы тени, мы могли бы добавить еще больше прохладноватости, чтобы не был цвет такой, ну, скажем так, локально зеленый, а, например, к дальней части он бы у нас превратился в такой скажем так, в такой легкий, легкий, голубовастый оттеночек. То есть получается, видите, что я делаю? Я как бы на ближней граньке контрасты наоборот, вот дожимаю по максимуму, а к периферии я добавляю все больше и больше такой вот какой-то голубизны, что ли, да, вот в оттеночке. И у нас таким образом получается, что цвет становится более чистым. Просто вот уходит м -м, тяжелость. Да вот есть такое понимание, еще понятие, или как-то говорят обычно вы козвалочки что тяжелые вышли цвета. Вот тяжелые, это значит м -м, местами вот не хватает такой вот легкой тепло-холодности. А, так, поэтому здесь тоже можно классно доправить работку, опять же, видите, в принципе, мы с вами а, все работки, в принципе, оставляем как есть, просто начинаем местами вот так вот дожимать, и становится, ну, скажем так, тоже очень интересно по восприятию все. А, так что вот так вот чуть-чуть можно дожать эти моменты, и красный. Вот красный, конечно, это тоже важный-важный элемент, поэтому вы э, в холодочке можно перейти, в смысле, в тенюшке, перейти на холодочек вот такой вот розовастый, вот розовый, на самом деле, никогда еще не повредил ни одному красному бантику. Розовый это всегда некий такой приятный камертон, ну, контраст, собственно, для такого яркого цвета, потому что красный цвет, он супер яркий, и его, скажем так, погасить может не каждый оттенок. Так что вот таким вот образом можно еще дожать по теплохолодности. Вот смотрите, потом еще такой момент, сразу скажу. Вот, казалось бы, у нас идет бантик, вот хвостик бантика, и он у нас должен идти вот так, и потом как бы вниз, да, то есть, по сути, у нас здесь идет ребро, ребро, которое делает перелом формы. Так вот, вот на этой площадочке нужно нам добавлять больше света, потому что освещение более верхнее, а на этой площадочке больше тогда будет работать полутон, потому что это как бы уже плоскость отвернутая от света, от источника света. Поэтому в нашем случае мы делаем такой тоже приятный, скажем так, элемент. Мы на верхней площадочке добавляем больше видите, я одновременно добавляю больше теплого такого охристового ну, оранжевато скажем так красного и в то же время вы полутоне ну мы не можем сильно в розовую тип потому что полутон он тоже обычно достаточно теплый но получается такой вот приятный как бы переход и по тону тоже этот переходик начнет играть конечно вот здесь вот на переходе можно еще вот так вот по сути переход это тоже некое ребро и на ребре мы как раз можем сделать еще такой вот тонкий точечный акцент который нам поможет вот так вот лучше вписать объект вообще в пространстве а, так что опять же все тенюшечки все тенюшечки лучше увести вы наоборот такой розовый розовастый оттеночек а, так тогда света у нас станут еще более яркими еще более звонкими если так сказать ну вот опять же здесь можно вот тут вот еще больше такого рыженького показать такого тепленького вот здесь вот. вот в принципе тут смотрите получается такая у нас история что вот эта плоскость все-таки у нас будет более затонирована а верхняя площадочка будет тогда более светлая но опять же это просто поможет нам больше э, вписать как будто бы объект на на верхнее освещение так, и получится вот такой вот приятный тоже акцентик, что верхняя плоскость, тут, вот тут вообще такую вот классную штуку можно сделать, а на граньке, лев, ну, скажем так, верхней и боковой, добавить такой вот легкий, легкий, ну, скажем так, засвет, как некий такой бличок. И тогда по этому контрасту у нас вот такой вот будет очень приятный, как будто бы мерцающий вид. То есть, опять же, эта гранька находится ближе всех к нам, поэтому тут контрасты будут самые акцентные. И мы можем, скажем так, себе смело позволить добавить такой приятный э, акцент. Так, супер, ну, здесь опять же мы добавляем затененные контрасты, тут все понятно, тут все ок а, Вот, поэтому в целом бантик классный получился, но хочется его тоже вот так вот дожать, что ли, вот так вот доправить именно по, а, по тепло-холодности Вот как только теплиночки и прохлад, прохладности появятся, сразу работа станет еще более чистенькая так, более такая цветная, как будто бы. Ну и, конечно же, в красных цветах, это вообще всех красных касается, я всегда советую уходить от коричневых, потому что коричневый начинает нам грязнить как-то работку. Лучше всегда в тенях добавлять все таки розовый, да, то есть розовый в плане красного объекта, это наш такой топчик получается. Так, ну и вот здесь вот на кончике, смотри Можно прям так поджать кончик, сделать Такой его более яркий, сочный, и потом Тут опять свернуть в полутончик То есть будет тогда тоже такой очень приятный Как мне кажется, ход а, Так что вот такие вот моментики, ну, мне кажется Опять же, а, на чуть-чуть мы что-то сделали Но сразу добавляется в работку больше Как будто бы некой такой цветности Яркости, и это как раз то, что Нужно для нашей казуалочки обычно Потому что казуальные игры, они всегда требуют Максимального, а, максимальной чистоты Максимального акцентирования, что ли на свет, так что получается таким вот образом. А, супер. Давайте тогда продвигаться дальше. Вот мы с вами такие прикольные, прям посмотрели последние работки. Класс. Ты а тыковка вообще, конечно, огонь. Да, вот хочется ее так дожать и будет то, что нужно. А, так, я некоторые работки тоже сейчас позакрываю, чтобы они нам не так-так-так не а, шумели а, и будем продвигаться дальше. Следующая наша работка у Дарьи. Давайте тоже посмотрим. Так, ой, да, это крутая работа. А, на самом деле, очень мне понравился вообще арт такой чистенький получился. Давайте поближе рассмотрим. Тоже, я думаю, ребятам будет приятно посмотреть. А, круто. Вот мне очень нравится, что здесь прям так прорисованы ушки. То есть, опять же, есть какая-то такая детализация. Вот очень чистенько. Вот так вот контрасты прорисованы. То есть, тоже так все очень деликатно. Ну, про контрасты, это я имею в виду то, что а, вот эта вот линия у нас как будто бы более акцентная. А там, к списыванию, к краешку, у нас идут такие уже смягченные контрасты. Uh, вот, поэтому, это, конечно, очень чистенько выглядит. Опять же, маска классная. Вот смотрите, как классно зеленый рефлекс упал на масочку. Ну, отлично, отлично. Такой получился очень звонкий вид работки. Так, и продвигаемся ниже, продвигаемся ниже по арту. Опять же, в целом, качество рендера просто огонь. Вот, очень мне нравится. А, на что хотелось бы еще обратить внимание, ну, скажем так, чтобы еще дожать, скажем так, досмотреть работку. А, тут буквально на пол, пол штришка еще хочется внести какие-то нюансы. А, смотрите, вот в целом вот если мы смотрим на мордочку, то в принципе мордочку извиняюсь, личика <laughs> да, на масочку, а в принципе все отлично. То есть хорошо видны контрасты, вот что может быть еще, вот так вот чуть-чуть поджать, в смысле по контрастам. Это вот когда у нас идут рога, рожки, то здесь можно на ближних вот этих граньках рожек, рожек там, вот чуть-чуть добавить контрасты именно между как будто бы делениями. То есть, опять же, тут, тут я говорю, тут мы глобально точно ничего не будем подправлять, тут будут такие вот уже, как говорится, финальные микро-микро штришки. Так что вот эти вот разделения на рожках именно в ближних частях, чем они нам помогут? Они нам помогут больше как бы вытащить вперед именно эти части. То есть дальняя часть рога будет уходить как бы в смягчение по контрастам, а на ближней части мы прям этими контрастиками сможем вот так вот нажать да как будто вот так вот поджать всю историю а, вот то есть тогда у нас проявится еще скажем так больше объемности именно вы скажем так стартовой вы фронтальной части а, объекта ну и как бы чуть-чуть чуть-чуть но дает свой результат то есть на чуть-чуть все вот эти вот контрасты начинают а, живать оживать так дальше тогда идем а, так 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 по драпировочки, в принципе, все так чистенько, тоже мне очень нравится, и рефлекс такой приятный получился, и по тепло получилось поработать, классно. Э, вот на что хотелось бы обратить внимание, это, я бы сказала, на вот эти вот детали, вот где у нас идет э, нотка, ну, собственно, вот эта пряжечка, и на, так-так-так, э, ну, в общем, на музыкальный инструмент, да, гитара, ну, я не знаю, может быть, это не гитарка, э, да, не разбираюсь в них, поэтому скажу просто, музыкальный инструмент. Э, так вот, здесь что у нас происходит? Здесь вот на этой части хотелось бы добавить больше, ну скажем так, такой массивности. То есть здесь вот просто не хватает как будто бы верхней толщиночки. То есть опять же, чтобы этот объект был еще такой более монументальный что ли, более массивный по своему виду, то вот такого плана, ну какая-то как бы верхняя часть, она дала бы свой такой вот, скажем так, приятный шарм. Да и вообще, в принципе, если мы делаем все такое мультяшно-казуальное, то можно смело вот так вот утолстить даже местами некоторые граньки чтобы они были как будто бы еще более акцентны. но это такое дело. Я даже не так про это хочу сейчас поговорить, как про контраст. Смотрите, вот если мы проанализируем эту форму, вот давайте так кубик, кубик нарисуем такой вот сложный, ну, не сложный, а точнее наоборот простой по форме. Что у нас получается? А получится следующее, что самая ближняя грань у нас будет вот эта, правильно? То есть все, что будет уходить в периферию, будет менее контрастное, менее акцентное, так и соответственно к низу мы контрастики тоже смягчаем и э, к дальней периферии контрасты смягчаем и именно вот здесь вот вы тех частях которые ближе всего находятся к ближней гранке. у нас будут контрасты самые высокие что нам это дает а нам дает это следующее если мы скажем так наделяем вот это вот вот это ребро самой звонкой точкой то есть самой контрастной то тогда вот это вот вся плоскость мягенько мягенько уйдет в нежный такой какой-то Тон, да, то есть это, по сути, будет полутон. То есть верхняя площадочка у нас была бы более светлая, как будто бы более акцентная, а нижняя часть, вот эта вот боковинка, она была бы больше, ну, скажем так, уведена в полутончик. То есть таким образом просто вот чего мы достигнем? Мы достигнем того, что этот объект тоже будет, ну, скажем так, больше вписанный в пространство. То есть он не будет тогда просто, ну, скажем так, отдельным, да, вот как отдельным фрагментом, а будет более мягенько вписываться в объем. Ну, тенюшку можно так вот акцентировать даже. И тут самое интересное, что, смотрите, вот на нотке мы можем сделать такой интересный трюк, что вот как бы тоже верхнюю часть нотки прорисовать как будто бы более резво, резко вот так вот, да, то есть если это какой-то тоже идет рельеф, то можно прямо вот так вот по толщинкам тоже пройтись. А, так вот, верхняя часть будет более контрастная, и, как вы уже догадываетесь, к низу мы эти контрасты смягчим. То есть будет происходить такой вот тоже очень приятный эффект, что как будто бы верхняя часть у нас будет более акцентная, такая вот более активная и соответственно это же не только означает, что мы высветляем, но мы и затеняем самые, скажем так, затеняем тени и высветляем света, то есть получается такой у нас некий микс по тому и другому. А, так вот и к нижней части мы тогда опять же эти контрасты все смягчили, поэтому я уже свет не делаю таким же ярким, как, например, на верхней площадочке, а, вот. Но тем не менее у нас тогда в работе проявится тоже такая легкая, скажем так, стадия объемности, то есть у нас тоже будет объект еще лучше вписываться в окружении. а и собственно с гитаркой я хотела посоветовать такой же эффект э, внедрить. Ну, вот смотрите, например, у нас есть, э, в общем, вот эта вот штучка, <laughs> да, вот это вот местечко, и контрасты как работают. Вот эта вот зона, вот эта вот гранька у нас более контрастная. То есть тут у нас активизируется как будто бы точка контрастности, да, контраста и детализации. Так, вот она у нас активизировалась. Тут даже можно вот еще вот так, ну, это может быть перебор уже. Ладно, не будем прям настолько, но где-то <laughs> настолько. Дожимаем как бы по контрастам. Так, вот это вот у нас как будто бы в полутончик уходит. Есть. И получается, что на ближней части мы вот эти вот зубчики можем делать более акцентными. То есть, ну вот эти, в общем, штучки. Так, то есть тут у нас контрасты как бы больше будут играть, а дальние вот эти вот зубцы, они у нас будут тоже по контрастам уходить как будто бы чуть-чуть назад. Да, то есть они тоже будут достаточно светлыми, но они уже просто не будут настолько контрастными. И собственно то же самое мы сделаем со всеми струнами и со всей дальней стороной. То есть мы как бы там уберем чуть-чуть как бы под под уберем контрастность и таким образом на ближней граньке контрастность визуально сразу возрастет. То есть опять же мелочь, мелочь, но приятно. И то же самое, по сути, можно сделать по всей гитарке, то есть чуть-чуть успокоить, как будто бы прижать контрасты на дальней части, и тогда, ну, только главное плавно, чтобы не было такого резкого, как у меня сейчас вот где-то так плавнее. А, да, и тогда, тогда, тогда ближние граньки у нас станут более акцентными. Вот то же самое и на самом тельце инструмента будет происходить, то есть там у нас контрасты помягче, так, тут у нас все мягенько-мягенько есть. Отлично. Uh, так, где-то так, и тогда ближнюю часть, вот тут мне очень нравится, что идет такая прям контрастная uh, каемочка, можно вот так вот даже по форме чуть-чуть больше тоже дожать света, то есть вот этот свет, он нам поможет, скажем так, больше uh, выразительный показать весь этот наш объем, uh, и таким образом, опять же, гитарка станет более uh, акцентная, более объемненькая, и мы таким образом как бы вот к животику покажем, что вот там у нас как бы идет uh, небольшое такое западание по тону, то есть самая контрастная часть у нас будет, выходить вперед, то есть тут, кстати, кстати, давайте еще знаете, что сделаем? А, вот этот вот элемент, ну тут как будто бы тоже ребро, вот так вот чуть-чуть активизируем по тону, да, чтобы оно у нас тоже было достаточно акцентным. Так, ну тут наверное все-таки чуть-чуть потемнее вот таким вот образом. А, супер, и тогда гитара как бы выходит еще визуально вперед. Ну от гитары можно в принципе, в принципе еще бы с этой стороны добавить такую более мощную, может быть даже тенюху. Так, а ну какой у нас свет? У нас верхний свет больше. С какой стороны? Ага, слева, все, я поняла. Да, тогда, тогда не тенюха будет, а окклюзия. Такая небольшая. М -м -м, есть. Такс, а, по руке, смотрите, тут тоже получается лучше свет делать верхний. Ну, в нашем случае просто я смотрю верхний свет работает на а, вот этих вот на рогах, на вот этой верхней части, поэтому все-таки, наверное, лучше мы свет больше добавим на вот эту вот зону. А тут мягенько вот так вот в полутончик вести бы, вот, и рука тогда будет хорошо лежать на форме. Тут, кстати, кстати, можно еще, чтобы пальчики не сливались по тону, ну, собственно, чтобы они еще более четко выделялись, я бы вот здесь вот предложила вот немножечко поджать, как будто бы. Усилить тень, тон тени, и эта тенюшка она нам поможет тоже вот так вот более контрастно держать тон формы. Вот примерно таким образом, да, то есть, мы видите, что делаем. Мы ручку как бы вытащили чуть-чуть вперед, гитарку, как бы вот дальний угол как бы положили вот туда вот назад, и у нас за счет этого контраста очень так чистенько начинает просматриваться вся форма. Ну, опять же, мелочи, но все состоит из мелочей. На да, все на мелочах работает. Поэтому в целом поработки, вот если так подвести итог, ну круто, опять же, каких-то таких глобальных у меня точно нету. Euh, таких вот нюансов, вопросиков. Но вот если по мелочам вот так вот уже дожимать, досматривать, то можно еще немножечко поиграться с контрастами. По сути, контрасты в нашем случае это все. Так что вот такие вот нюансы. Ну, классно, на самом деле, прям хочется рассматривать и рассматривать. Так все чистенько. Эх, круто. <laughs> Хорошо, давайте тогда, ребят, идти дальше. А, так, 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 так. Следующая наша работка у а, так. Олеси, если я правильно, да, Олеси. Отлично, отлично. Классно, такая прикольная получилась барышня. Да, интересно, интересно смотрится. Угу. А здесь, так, такая вот прям полуиллюстрация, полу, полу, иллюстрация, полу угу, как плакатное даже вот такое вот ощущение. Прикольно, прикольно. Вот что хотелось бы, наверное, сказать по работке. Так, 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 так. Наверное, мы здесь поиграемся с цветом еще. Так, по цвету, что я имею в виду? Ну, смотрите, если мы вот так вот глобально проанализируем эту барышню, так, что у нас получается? У нас получается такая история, что барышня, ну, давайте так, я сейчас схематично нарисую для удобства, барышня это у нас, допустим, вот кружочек, да, вот кружочек. Потом у барышни есть волосики. Так, волосики в нашем случае, они будут синие, такой вот яркий ультрамарин. Хорошо, это я сейчас закрашиваю как бы локальные цвета. Дальше у нас есть шапочка, хорошо. Шапочка у нас по цвету имеет, ну, пока что нарисую такой малиново-красный оттенок. Хорошо, так, идем дальше. Ну и дальше получается, что у нас идет торс, ну и там дальше уже пистолет и всякие, всякая атрибутика. Класс. То есть, если опять же вот так вот локально мы эту барышню посмотрим, и черные очки, да, вот без очков тут точно нельзя, потому что это классно, классный элемент. Так что, ну, такая у меня кривенькая вышла схемка, но <laughs> что я этой схемкой хочу сказать? А что очень важно в работе, вот эти вот локальные цвета, цвет альбеда это еще называют, да, то есть тот цвет, ну, скажем так, собственный цвет объекта, который закрашивает полностью весь предмет, чтобы вот эти вот все локальные цвета максимально хорошо читались. Сейчас просто получилась такая ситуация, вот смотрите, что местами вот этот вот цвет как будто бы голубизны, такой фиолетоватости, он начинает местами попадать в цвета на, на волосах. И, конечно, когда рефлексы работают, это хорошо, но сейчас дело в том, что из-за такого обилия холодных, холодных филитватых оттенков у нас теряется немножечко личика на фоне волосиков. То есть, да, тут я вижу за счет розовых щечек, за счет яркого такого рефлекса получается вот эту вот область вытащить вперед, но в целом, если вот так вот абстрагироваться, то хотелось бы сделать более такие вот как бы лаконичное разделение по цвету, если так можно сказать. Ну, давайте я попробую тоже чуть-чуть пошуршать. Сейчас попробуем тоже под рисовать что-то смотрите так давайте начнем с волосиков вот волосики в принципе крутые крутые получились я бы только в черноту не уходила я бы оставляла вот такой вот более ну скажем так более чистый цвет в плане в общем не доходя до черного да такой более ну что ли приглушенник если так сказать отлично вот вторая вторая вот эта часть тоже у нас синяя хорошо то есть тут даже можно еще в принципе подсинить почему бы и нет тут в принципе мы еще не так пришли к свету есть и когда мы выходим на свет давайте так пока что на свету будем использовать не синий а вот такой вот голубоватый вообще когда мы переходим в чистый цвет ну собственно вообще когда мы работаем с цветом вот мы с вами говорили сегодня про красный про зеленый вот не говорили про синий на синем лучше как использовать цвета теплый цвет на ну, относительно теплый цвет на синем будет выглядеть в виде какого то некого такого голубоватого и чем дальше мы уходим в тень там у нас дальше будет свет уходить немножко вы некий такой э, ультрамарин, то есть местами даже уходящий в фиолетоватость, да, то есть, но в целом по теплохолодности синий цвет вот легче всего э, варьируется с помощью таких оттенков, то есть холодный такой, ну, точнее тепленький, тепло-холодный, в общем не, не такой вот э, относительно сложный цвет на свету на вот такой вот голубоватый, назовем его просто голубой, да, и тогда в теневой части у нас будет больше ультрамарин работать, ну вот примерно вот так вот лучше раскидать цвета, потому что, видишь, вот здесь вот этот светик, он начинает как-то слишком уходить в такую вот грязноватость, да, то есть тут лучше все-таки так вот более чисто, цельно держать свет. Отлично, uh, так, и вот эта часть, это тоже, я так поняла, волосы, да, это тоже волосы, вот, в общем, чтобы не терялся вот этот основной цвет по волосам, чтобы, ну, такая вот была прям очень чистенькая по цвету ситуация, а дальше тогда поиграемся чуть-чуть с личком. вот на личке, что у нас происходит, сложная-сложная uh, ситуация, давайте анализировать, вообще, когда мы работаем с лицом, то uh, удобно делать два источника света, то есть, смотрите, ну, давайте так, еще раз я какое-то личико здесь нарисую, где мы его нарисуем. Но ну, давайте перекра перекрасим вот эту вот часть. Вот тут у нас такой будет какой-то сложный цвет личка. А, так вот, получается такая история, что верх у нас как бы освещение такое более контражурное. То есть я сейчас попробую это отрисовать. То есть получается, что вот эта вот вся часть у нас по шарику нашему будет уходить в тень. И будет иметь такой уже, да, действительно розовастый оттенок. Так, ну на свету все верно. Такой оранжевый не будет яркий. Он будет такой более, более как телесный, да, вот более приглушенный. Вот видите, что происходит. Во-первых, нам нужно показать, что это у нас некое есть подповерхностное свечение. Поэтому, когда мы рисуем лицо, собственно, вообще, когда мы рисуем кожу, то получается у нас такая история, что свет у нас как бы чуть-чуть прохладней. Вот здесь, вот, вот тут, тут-тут, тут, в промежуточке, между стыком света и тенью, у нас идет некий-некий такой очень горячий цвет. Ну вот в нашем случае это такой оранжевый, да, то, что я вначале наметила. И потом плавно мы начинаем уходить уже в холодный. То есть дальше уже эту ситуацию можно довести до абстрагирования. И уйти действительно в такой вот фиолетовый. То есть, по сути, наш тогда шаричек будет иметь а, вот такие вот цветовые акценты. То есть, опять же, если мы берем за внимание такое вот, ну, скажем так, направление света. Поэтому, что хотелось бы тут еще добавить, а, вот в целом, вы в личике можно попробовать добавить чуть-чуть больше. Тепла. Давай сейчас отдельно кисточку слой точнее возьму. То есть, чтобы у нас в целом чуть-чуть все-таки были некие такие вот розовинки, теплинки. Так, так, так. Ну давай я сейчас пока что чисто по цвету перекрою, к сожалению, сейчас какие-то детали. Но я думаю, мы сейчас их. Э Заберем опять себе Так, э, то есть чуть чуть хочется теплее сделать Как будто бы цветик на личике То есть да, мне очень нравится на самом деле Что уходит все в такой э, звонкий розовый Это в принципе неплохо смотрится Но хотелось бы вот к низу особенности В особенности к низу Так, то есть все части, которые как бы обращены К э, нижнему источнику света Вот добавить как будто бы такой легкий Легкий теплый оттеночек То есть опять же, эти легкие теплиночки Они нам дают ощущение некого такого Приятного заворота по форме, по тону, так и тогда объект воспринимается более чистенько по цвету. То есть, опять же, как будто бы, ну тут, в принципе, это оправдано, что стоит барышня, скорее всего, на каком-то, на какой-то земле, да, там будет рефлексировать теплая трава, и по-любому на у нас упадут какие-то тепленькие такие лучки. Есть, ну может быть, чуть-чуть мы уведем только это все вы красноватый оттеночек, такой более вот, 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 более тепленький. Отлично. А дальше, так, мы сделали вот такие теплые цвета. А дальше у нас работает следующая логика, что верхняя часть у нас, скажем так, освещена небом. Из-за того, что у нас освещение небесное, то верхняя часть, ну, скажем так, вот эти верхушечки головки у нас будут более прохладные. Да, то есть тут у нас будет работать немножечко и розовастый оттенок, и такой даже немножечко доходящий до филитовастого. Так, так, так. И в целом цвет такой получается у нас более как будто бы холодный то есть самый холодный цвет получается смотрите у нас идет на самой верхней части потом те части которые у нас заворачиваются как будто бы по топологии вниз к низу они у нас будут более тепленькими то есть вот этот вот эффект теплохолодности тогда у нас может просто еще больше что ли проявиться в этом случае так вот мне прям не сильно нравится если честно этот мой пока что оранжевый я его хочу все-таки вот 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 наконец-то добралась да вот какой-то такой более все-таки через розовастый хочется пойти Оттеночек. Хорошо, вот, кстати, да, то же самое, сразу автоматически давайте порисуем красный, красный цвет, то есть будет происходить следующая ситуация, на свету он у нас, да, действительно будет более таким, может быть, даже тепленьким, в тенюшке он у нас будет уходить в более такой розовый, но все равно самое главное, это чтобы вот эти вот главные оттенки у нас сохранялись, чтобы не было, ну, такого вот ощущения, что как будто бы розовый у нас на красной шапочке и на э, теле одинаковый, то есть розовый тоже должен, скажем так, иметь разные Разницу. И тогда у нас не будет попадания по тону, и у нас будет максимально а, разная тональность на каждом из объектов, да, пропсов, хотела сказать а, Супер, так что здесь мы на шапочке вот так вот чуть-чуть еще усиливаем, как будто бы, этот эффект а, Тут, кстати, можно попробовать показать заворот шапочки Вот, не знаю, это я его, ну, я его чуть-чуть и закрасила, но можно его еще вот так вот активнее навести То есть вот эту толщинку, да, как будто бы толщинку шапочки показать так, хорошо, вот, и шапочка у нас вышла более яркая. То же самое, кстати, кстати, вот этот вот ошейничек, такой, может быть, очень эффектный, звонкий по пятну, такой прям вот красный, да, такой акцентный, активный, отлично. И тогда получается, что на личике, давайте даже еще с губами разберемся, вот эта вот часть, так, получается так, смотрите, ребят, по логике, у нас верхняя часть, как мы говорили, будет более такая вот розовастая, потому что больше будет холодного оттенка падать, а вот эта вот внутряночка, внутренняя часть будет у нас более тепленькая, наоборот, по цветику, ну, не то, что прям горячий, так, ну, такой вот более-более-более тепленький. Сейчас попробую подобрать такой алый оттеночек, чтобы не сильно его пере перемулить, что ли, да, перепутать, так, ну, получается, что хочется сделать губки вот такие вот прям вот звонкими, очень сочными по цвету, чтобы у нас не было перехода в некую такую черновастость, ну, так, примерно сейчас прикинем, а, отличненько, так, и получается, что вот эта вот зона у нас немножечко идет в тон, как будто бы, да, то есть тут у нас тоже больше такой вот некой а, не холодновастой, а оттеночности, не синий, а вот такая вот будет немножечко как розовиночка. И будет получаться у нас такой интересный переход, что так, здесь мы с вами видим личика так, по тону, по тону, в принципе, видите, все чистенько держится, никаких проблем у нас нету, можно даже, кстати, если у нас свет все-таки верхний, чуть-чуть вот так вот еще усилить цвета. вот опять же здесь, в частности, на надбровных, ну, это уже такое дополнительное, и такой вот финальный приятный штрих, это можно еще, естественно, вот так вот звонче-ярче показать свет, то есть таким вот прям ярким пятном, и вот здесь вот на стыке, вот как я вот в начале сам говорила, на стыке между светом и затем сделает такой прям яркий-яркий э, цвет, потому что здесь у нас будет как раз лучше всего на грани света и стени прочитываться вот это вот, ну, скажем так, э, подповерхностное свечение именно как от кожи. Так, то есть такой вот эффект легкого... Св... Легкой светяшки, легкого свечения. Вот, 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 отлично. То есть здесь мы такой эффект добавили. Ну, можно, кстати, здесь его тоже добавить. Тоже, думаю, будет не лишним. И тогда мы таким образом с вами дожали как будто бы светящуюся сторону. Супер, идемте тогда на вторую часть работки, так, ушко я бы все-таки чуть-чуть светлее держала, так, светлее-розовее, вот, на втором, уш... второй части я бы хотела больше добавить такого яркого, знаете, как контражурного рефлекса, то есть здесь можно прямо вот пойти, да, вот в такой вот прям яркий, звонкий, какой-то голубой, голубо-синий, то есть самая главная задача, чтобы показать, что этот контражурный рефлекс действительно идет очень акцентно, да, то есть он только находится на этой части и, ну, скажем так, именно сбоку, где-то такой яркий будет свет за свет именно с боковиночки. Так, ну вот тут так даже можно на волосах это показать. Кстати, тут если такой рефлекс мы делаем, он естественным образом тоже и на волосы ляжет. Ну вот как-то можно так вот прядям еще пройтись и местами вот такие вот акцентики добавить. То есть опять же это будет и рефлекс и свечение сверху, то есть два в одном. А, супер. Ну на ушки, кстати, вот там вот в серединочке можно чуть-чуть еще добавить теплоты. То есть вот эта теплота она просто нам соберет всю работку и работка будет тогда казаться еще более чистенькой по цвету. Есть. а вот этот я еще пропустила вот эту прядь здесь тоже вот видите больше я добавляю синего такого яркого цвета а, и таким образом прядь становится ну такой достаточно акцентной активной так вот эта вот часть вот, э, что моя сейчас задача заключается в том основная чтобы раз... вот где у нас есть попадание по цвету чтобы эти попадания просто убрать то есть чтобы у нас цвет э, тела и цвет волос были максимально разными тогда у нас не будет опять же попаданий и арт будет казаться более ну скажем так э, прописан более вписаны именно по теплохолодности. Вот видите, сейчас синие, синяя шейка такая вот вышла, ну не шейка, а в смысле тень на шейке, и из-за этого эта шейка нам начинает немножечко э, вот нашу голову, скажем так, так-так-так э, терять с волосами, то есть тут немножечко начинает теряться вот этот яркий свет. Поэтому в этом случае тут мы тоже можем спокойненько сделать более мягкий переход по цвету, чтобы не было слишком такой акцентной яркости. Вот так вот тут прям красный, так хочется, хочется прям дожать, чтобы был очень так, такой вот активный, акцентный, так, вот здесь вот эта часть может прям так подсветиться, розовый тут, конечно, такой яркий пройдется, пройдет по всей этой плоскости, отлично, отлично, и получается, что тело дальше, дальше тоже можно делать, ну, таким как будто бы более, более телесным, да, вот таким вот более м -м, розово розово персикового в общем, сложного цвета, а, и в результате, опять же, вот что мне в этой работке на самом деле очень нравится, то, что она, ну, чистая, вот, прикольная получилась по идейности, а, но хотелось бы вот так вот ее дотащить просто именно по цвету общему. Так, то есть вот здесь у нас, например, идут очки. Вот очки можно тоже прям какой-то такой прям яркий, яркий цвет добавить. Ну вот не знаю, как насчет бликов. Может быть, блики как-то нам ситуацию слишком подробят, потому что тут и носик тогда будет, ну в смысле и глазки, и носик, как-то слишком много деталей. Но в таком случае тогда можно оставить очки как есть. Кстати, вот на пистолете я тоже бы посоветовала добавить больше синих, вот не зеленых, а именно синих оттенков. Тогда просто цвет будет казаться более чистым. Да, ну и сам самое главное, что мы таким образом добились бы, это то, что у нас на головке более распределен, скажем так, цвет именно по относительно волос. То есть у нас цвет стал более таким вот ярким. А, так, то же самое, вот, кстати, здесь мы можем вот синий, синяя шейка, вот так вот по рефлексу пройтись, ну, прям сделать какой-то такой классный, классный рефлекс, как будто бы какой-то специфический источник света у нас тут находится и дает нам такое прям прожекторное свечение. А, и так далее, то есть, конечно, по плечикам аналогичная ситуация чтобы у нас был максимально чистенький цвет можно вот так вот тоже дожать его по ой куда-то убежала мне картинка <с> так куда-то дожать его по яркости ну и вот таким вот образом мы классно классно вот так вот выйдем на финализацию арта поэтому поработки вот самое главное пожелание это разобраться именно с цветом, чтобы у нас личка по цвету не попадала в волосы и был тогда максимально, скажем так, максимальная разница между одним и вторым базовым цветом. Супер, поэтому работа крутая, на самом деле мне очень все равно понравилась идея, но ну, вот такие вот пожелания, чтобы еще вот так вот звонче все это дело показать. Супер, отлично. Давайте тогда идем дальше. Поработка. Так, следующая у нас работка у Софии. Вот, супер. Так, 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 так. Ух ты, ух ты, ух ты, такая иллюстрашка. Хорошо, давайте тогда смотреть и обсуждать. Да, вижу сразу вопросик. Давайте я сразу прочитаю вопросик, пока не ушла дальше. Так, вопросик: если мы рисуем объект для локации в изометрии, предполагается размещение на улице, то как ненавязчиво показать влияние среды? Ведь объект может стоять на траве, а может на песке. Так, 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 так. Смотрите, вот по поводу локаций, вот как раз на локации мы поговорим про это все дело. Дело в том, что обычно, когда мы рисуем, ну, сейчас какой-то объект нарисую, шарик. Вот будут у нас сегодня сегодня серия с шариками. А, ну, давайте какой мы шарик нарисуем? Белый, да, вот белый шарик будет как раз то, что нужно. А, вот представим, что у нас есть шарик, который вы заметили, допустим, сидит. Так, давайте свет и тень распределим, то есть тень у нас будет более нейтральная. то есть я всегда говорю, что на белом цвете лучше делать тени, ну, такие чуть-чуть серо-фиолетовые, то есть это просто такой красивый получается цвет, ненавязчивый и, в принципе, смотрится достаточно ровненько на любой поверхности, ну, можно еще чуть-чуть там подсерить, чтобы он был совсем нейтральный, так, вот, то есть получается, что наш шарик будет в целом на свету тепленьким, в тени более таким прохладненьким, ну, давайте еще тепленький такую подсветочку добавим на свет, ну, такую персиковую легкую. Ну, вот все. Примерно вот такой вот у нас хорошенький такой шарик, который может быть и в интерьере, и в экстерьере, в принципе, тут неважно. И просто обычно, вот как мы с ребятами в студии справляемся, скажем так, с такими вопросами, ну, в смысле с такими ситуациями, мы просто, просто всегда берем отдельно, вот как я сейчас делаю отдельной привязкой следующий слой, и просто вот этим отдельным слоем стараемся как бы вписать объект в локацию. То есть, если он у нас сидит, сидит, стоит на травке, то будет, соответственно, зеленый, да, то есть будет этот зеленый рефлекс, как бы мягенько вот так вот вписываться в пространство. В случае, если бы, например, у нас здесь был песок, вот желтенький прям нарисуем, сейчас такой песок. Да, понятное дело, сразу плохо все вписывается. Но мы вот этот вот слой, который, скажем так, рефлексирует именно с каким-то ярким источником света, мы его просто всегда оставляем отдельно. В случае чего выключаем, я рисую сейчас новый слой, и новым слоем мы добавляем просто такой уже. Ну, скажем так песочный тепленький рефлексик то есть по сути вот идеально вписать ну скажем так объект в среду чтобы он подходил в разную среду и вы там не знаю на локацию в помещении и так далее все-таки невозможно то есть это как бы будет какой-то уже Скажем так, какой-то компромисс, и этот компромисс не всегда нам, ну скажем так, справиться с такими техническими задачами. Поэтому в этом случае мы просто так стараемся сделать, что объект сам по себе нарисовать нейтрально, да, вот то есть тепленький свет и прохладная тенюшка. И все, это как бы самая база. А рефлексами разного цвета мы уже начинаем как бы дожимать этот объект в относительно конкретной среде. То есть получается, вот единственное такое э, ухищрение это работать с отдельными слоями. Ну, и вот этот отдельный слой мы стараемся не сливать с объектом, потому что он всегда. Будет, по сути, меняться. А, так что вот такой вот момент. Если, например, возле этого объекта будет какой-то стоять, ну там, не знаю, яркий источник света вот какая-то отдельная лампа. Например, если бы мы тут нарисовали какой-то прожектор, и этот прожектор давал бы такой прям яркий свет, то то же самое происходит на нашем объекте. Мы делаем слой с привязкой, и просто вот этот вот супер яркий желтый свет мы просто его, скажем так, оставляем на отдельном слое. Да? То есть просто он будет у нас по отдельности, и если выключится лампа, то и выключится этот свет. То есть. Получится такой вот микс. Ну, может быть, на белом варианте это не совсем хорошо видно. Да, тут пришлось бы нам скорее тоже так ухищаться немножечко и добавить небольшого затенения в целом на шарик, чтобы у нас вот этот свет лучше проявился. Но все равно будет такая вот история, что как только появляется лампа, у нас просто появляется вот этот слой с дополнительным источником. Но это как бы отдельным слоем. И все, то есть такой момент. Хорошо, супер. Давайте тогда дальше пройдемся по работке. Так, наработки. Так-так-так-так. Первое. Проверяем тон. Как только с тоном все в порядке, будем идти дальше. Есть. Тут такой получился эффект сейчас по работке. Тут два на самом деле момента. Первое, что вот этот вот весь, ну, скажем так, шапочка, <соценно> шапочка на пропсе сливается по тону с фоном. Это не совсем то, что нам нужно. С этим нужно будет сейчас разобраться. И второй момент, что в работке, вот смотрите, у нас есть вот сколько планов. Давайте посчитаем. Так, у нас есть план первый, то есть это вот этот какой-то, ну, в общем, бочки. Так, это у нас план один. Потом второй план — это, ну, собственно, вот этот весь, все здание с их дорогой, то есть план два. И план три — это дальний фон. Так вот, наша задачка сейчас по тону сделать разъединение, ну, скажем так, показать вот эту вот воздушность, воздушную перспективу. Поэтому, если, если у нас даже такого плана идет локация, то мы здесь смело можем вот этот весь дальний план, сейчас буду Буду большой кисточкой все это дело так вот э, прорабатывать. То есть можно вот так вот взять, взять, взять и э, добавить тумана. То есть банально такого, если это у нас вечер или утро, ну, мне кажется все-таки вечернее больше небо, э, добавляется такой легкий туман. И по сути этот туман полностью нам будет э, уводить дальнее пространство в воздух. Опять же, на заднем плане чаще мы используем именно прохладные оттенки, потому что, опять же, если так присмотреться, то вот этот вот туман, он будет у нас, ну как бы воздух, да, вот этот воздух, он будет визуально делать нам такое вот ощущение, какой-то прохлады визуальной. Поэтому таким вот образом мы можем чуть-чуть как бы подсадить дальний план назад именно для того, чтобы второй план, то есть вот это наше здание, вышло таким образом вперед так, то есть получается вот такое вот небольшое ухищрение, что как будто бы мы уводим, ну, может быть, тут я перебор сделала по уводу, может быть, так чуть-чуть можно и поменьше, но смысл такой, да, смысл такой, чтобы вести по плановости. Дальше, передний план, то есть бочки, их можно вообще вот так вот прям хорошенечко затенить, то есть, чтобы они были вообще такими очень контрастными, да, и свет, который будет на них лежать, ну, тоже будет, в принципе, очень ярким, то есть тут можно прям так, ну, у меня пока желтый цвет какой-то получился, персиковый, ой, какой-то такой некрасивый оранжевый вышел. Ну, вот-вот где-то такой такой оттеночек. То есть, таким оттеночком можно вот прям так пройтись по контуру, вот такой добавить очень яркий акцентный свет. Вот пусть даже такая будет немножечко декоративная часть работы в этом случае. Но этим, скажем так, способом мы добьемся такого приятного тоже эффекта. Эффекта того, что бочки выходят именно на передний план есть ну и, и вот эту бочку или что это у нас в общем такой тоже за предмет ну и то же самое с кустиком то есть кустик тоже хочется вот так вот поближе <соединяющий> поближе к переднему плану показать по тону а дальше тогда средний план мы уже можем с ним варьировать то есть тут у нас уже есть появился скажем так диапазон для возможностей и здесь мы можем вот так вот больше добавить как будто бы света на передний план так то есть чтобы ну все-таки этот свет нам поддерживал картинку и выдвигал как будто бы опять же вперед Дальше вот у нас дорога идет на дороге тоже. Вот здесь вот могут быть более светлые пятна. Ну, то есть опять же больше вот так вот вписано э, в пространстве. Так, тут кстати, если это дорога, то можно вот прям вот эти вот штучки, скажем так, разделения на дороге ярче показать, э, чтобы показать опять же эту плановость. Дальше. Ага, вот я поняла, эта дорога туда уходит. Ну, все, хорошо. Дальше вот теперь у нас сразу, вот как вы видите, передний, ну, скажем так, средний план вышел вперед. Теперь у нас появилась некая такая обработка плановость. И здесь мы можем даже еще чуть-чуть затенить как будто бы переднюю часть. Но, опять же, тут главное не перестараться, чтобы не было тут светлее у нас и контрастнее, чем на самом переднем плане. Вот поэтому я вначале сделала передний план, чтобы понимать, какой у нас диапазон возможностей для дальнего. Ну, и здесь Хотелось бы вот так вот, конечно, по светику еще разобраться, да, чтобы у нас не было тоже пересветов, переконтрастов. Так, ну, понятное дело, тут если работка в процессе, то еще можно вот так вот дожать именно на освещение. Вот опять же, если ближе теперь к работке подойти, уже по деталькам досмотреть, что мы видим? У нас тут яркая табличка open. Вот тут прям классно. Можно вот так вот сделать очень ярко надпись, да, потому что она у нас светится. Тут, кстати, можно прям вообще показать. Сейчас давайте пушистую кисточку возьму. Прямо вот так вот показать свечи да, что это прям светяшка какая-то очень классная. Опять же, из окошек у нас тоже светится свет, то есть тоже тут ярко. Здесь, например, к низу холодильник можно притянить, вот потому что тут у нас самый точечный свет будет именно тут находиться. То есть видите, что мы делаем? Мы просто начинаем прорабатывать работку по освещению, то есть освещение, опять же повторюсь, это наше все как только со светом все в порядке, сразу все в порядке и, по сути, со всей работой. А, так, поэтому здесь вот так вот прошлись, так, тут от вот этой части можно так вот затенить больше плоскость, ну, вот верхняя часть, ок, тут у нас падающая тень акцентная, активная, а, вот видите, даже дверь, у нас свет как бы из двери идет, и чтобы это еще ярче показать, мы можем смело вот так вот затенить вот эту вот всю, вот эту всю часть вокруг. То есть, опять же, если мы хотим что-то засветить, нам нужно что-то притемнить, то есть тут, скажем так, не <на> Это одного без второго. А, так что... Так, так, так. Тут мы вот так вот с вами проработали. Хорошо. Тут прям такой яркий свет. Ну, отлично. То есть, получается, что по, по освещению, как только получится дожать картинку, то сразу картинка и по, ну, скажем так, визуалу тоже станет намного интереснее. То есть, уже появилась какая-то такая вот, скажем так, загадочность, да. То есть, уже какой-то там диковинный туман, какая-то такая вот недосказанность сработки. И это как раз то, что интересно, то, что классно. И, конечно же, вот эти вот святя... свечения, светяшки, они нам очень эффектно помогают, потому что что они нам помогают в работе добавить вот эти вот наши главные контрасты. То есть вот этими контрастами мы начинаем тогда играться, и с помощью них мы добавляем, ну, скажем так, визуальное такое вот акцентирование, что прежде всего наш взгляд начинает видеть именно вот эти вот яркие огни, а все остальное уже уходит в мягенькое, такое, в мягенькое списывание. Вот даже вот так вот, видите, мы можем еще больше абс абстрагировать это свечение из из двери, дверное, чтобы вот это вот все остальное было немножечко затенено. То есть вот на такие вариации хочется еще поиграться в работке, то есть добавить какой-то такой общий светотени, да, вот такой вот общей э, плановости, и тогда будет, в принципе, очень тоже все прикольно. Так что, думаю, такой будет интересный, необычный, э, необычная иллюстрация. Так что вот такие вот пожелания именно по тону, то есть первое это разобраться по тону и по плановости, отлично, а, супер, давайте тогда идти дальше, так, следующая наша работка, а, так, 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 у Александры, давайте, сейчас я чуть-чуть работки, наверное, подубираю, а то будет тоже у меня ай-яй-яй с фотошопом, да, супер, так, 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 и здесь еще, о, все, есть. Так, следующая работа у нас у Александры. Давайте тоже посмотрим. Ух ты, ух ты, ух ты. Такой прям пропсик аккуратненький вышел. Класс. Мне нравится, опять же, такая очень чистенькая работка. А, ну, я так поняла, что это больше пока идет 3D-шечка, да, то есть вот видно все-таки это 3D-шка, наверное, уже да, обрисованная, но 3D-шность еще достаточно так ярко видна. Это вот тоже, кстати, у нас есть такая одна из, ну, скажем так, не то что проблем, но, скажем так, то, с чем мы боремся обычно с ребятами, это когда у, у нас есть изначальная 3D-болванка, то очень такой, знаете, соблазн есть оставить как есть, то есть не сильно ее, ну, скажем так, портить, портить обрисовкой но я всегда советую что когда у нас есть 3d то первое первое на что стоит обращать внимание это конечно же на теплохолодность потому что да по тону все шикарно все железобетонно четко все понятно ну кстати тоже можно еще по контрастикам так пройтись Давайте так, не будем перескакивать этапы, давайте по контрастам еще дожмем. Действительно, то есть, смотрите, вот, этот вот, вот эта грань, как будто бы нашей спиночки должна быть ближе, то есть здесь мы делаем контрасты повыше, то есть тут у нас контраст будет акцентнее идти, и дальше все будет пушистее, то есть дальше все будет немножечко как будто бы уходить в смягчение по тону. Так, 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 вот такой будет у нас приятный эффект по контрастам. Да, вот видите, как раз верхнюю спинку мы акцентировали, верхнюю часть спинки, и дальняя ушла в смягчение контраста. Контраста. Что мы делаем дальше? Дальше мы тоже по контрасту смягчаем вот этот дальний, скажем так, подлокотничек, да, получается вот эту вот дальнюю часть тоже можем чуть-чуть так-так-так увести. И получается тогда-тогда-тогда у нас дальняя часть вот эта тоже затянется, и будет тогда более такой вот контрастный вид. Так, сразу вижу в комментарии, в чатике, так-так-так, тут вопросик был больше к дизайну и цветам. Хорошо, да, до них доберусь. Угу. А, не обрисовывала, все, я поняла, все. Все, тогда ок. Угу. Тогда вопрос, вопрос снят. А, вот По цветам именно имеется в виду цвет или имеется в виду цветы? <laughs> вот это вот интересно. А, ну, сейчас доберемся. А, я пока что все равно хочу еще предложить именно поговорить про цвет. Вот не цветочки, а цвет. А, здесь, смотри, вот как только у нас появилась вот такая вот уже работа в тоне, вот первое, вот первое, что мы сделали, это когда у нас появилась 3D-шка, после этого мы дожимаем как бы тон по контрастам. То есть это все равно такой эффект, скажем так, такой этап, который лучше не перескакивать, потому что он тоже нам скажем так, потом поможет в а Дальше, после того, как с тоном мы разобрались, по цвету тоже добавляем тепло-холодность, то есть у нас получается тепленькие цвета а, будут на верхних плоскостях, ну, здесь, в принципе, и так есть тепленький цвет, такой более оливковый, да, такой более желто-оливковый, ну, я его чуть-чуть бы перевела вы такой немножечко а, так-так-так, в начале вы разовастый-красновастый, и потом уже вы более, да, вы более а, желтенький. О, цвет, отлично, все, цвет это как раз то, что я, то, что я и хотела как раз обсудить наработки. Так что получается, да, что так-так-так, вот на 3D-шечке тогда следующим этапом можно сделать цвет цвет цвета более тепленький, вот даже вот местами еще можно вы персиковый увести, вот в такой более чистенький оттеночек, так, 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 и в вы теневой части мы тогда добавляем больше холодного в этом случае в случае с тако, с таким желтовастым цветиком я бы предложила увести пока что ну давай так я беру пока розовый так мы его сейчас вот чуть-чуть внедрим и будем пригашивать вы в случае необходимости. Так, рефлекс у нас совсем такой идет розоватый, а собственный цвет дивана он у нас был бы таким более как бы рыженьким. То есть получается, что ну, сейчас мы попробуем выкрутить. Тут просто нужно одновременно и не сделать слишком диван ну таким вот угрюмо холодным, но с другой стороны все-таки не сделать его слишком ярким. Вот, поэтому где-то примерно вот в таком колорите, ну примерно, опять же, хочется вначале проработать как будто бы цвет тени и потом уже мы можем дожимать э, вот таким вот более как бы прохладноватым рефлексом вот самую самую дальнюю граньку вот сейчас уберем этот лишний вот 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 чуть-чуть а, сейчас цвет трансформируем в... давайте вот о о -о 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 -о. Начинает, начинает подходить к тому, что нам нужно. Вот, то есть примерно, если бы мы дальше прокрашивали эти диванчики, то мы бы шли именно по такому цвету, оттенку. То есть больше бы уводили работку в такие вот персиковые оттенки, и тогда в тенюшке у нас бы был такой вот какой-то ну сложно розово-серо, не знаю фиолетовый такой вот сложный оттеночек неоднозначный. Так, и тогда как только у нас с этим вопрос решен, мы тогда можем уже дожимать по тепленькому свету. То есть тут у нас прошли здесь бы э, прошлась бы теплота именно по подлокотничкам, так, с по верхней спиночке, то есть везде-везде у нас бы был такой вот прям акцентный тепленький свет, ну, может быть, желтым это уже у меня перебор, это такое, знаете, иногда я дорываюсь до цвета, до этого праздника жизни, вот, поэтому нужно иногда все-таки ставить э, себе границы. Ну, это я себе говорю <laughs> обычно. Yeah. Да, поэтому получается, что здесь мы тогда свет сделаем более ярким, и вы чем дальше будем уходить, скажем так, в глубину тона, там у нас цвета будут переходить в более-более такие вот приглушенненькие. Ну, вот такой вот, опять же, приглушенно неко розово розово-розово-оранжеватый, токс, вот обрежу только край, супер, и получается, что тогда у нас цвет станет сразу мультяшным, сразу казуальным, и это как раз то, что нужно для наших, скажем так, диванчиков, вот, ну, в целом, на самом деле мне очень нравится, как 3D-шку получилось сделать такая чистенькая вышла 3D-шечка очень аккуратненькая, так что молочина в плане проработки 3D-шного вида но по цвету вот такие вот моменты, дальше пробежимся по, э, так-так-так, вазочке, в общем, по всем этим элементикам, ну, здесь, опять же, мой любимый белый цвет, вот с белым цветом, это всегда тоже, шлю, праздник, э, потому что здесь можно на свету добавлять чуть-чуть больше тепленького, так, то есть мы добавляем такого прям охристенького, а потом в теневые части мы переходим в более такой, что ли, что ли, как фиолетовастый оттеночек, так, то есть мы можем, ну, тут, кстати, так хитренько можно поступить, вначале начале, перейти в такой более как прохладный цвет, так, такой вот прям фиолетовый, фиолетовастый есть. И потом к э, самому рефлексу мы тогда подойдем больше тепленьким оттенком. То есть, по сути, здесь у нас... Почему теплый? А потому что у нас здесь теплая э, теплая мебель, да? У нас стоит объект на тепленькой досточке, ну, собственно, столике. И поэтому там у нас будет рефлексировать немножечко теплота. То есть, видите, какой у нас получается тоже э, приятный по тону расклад. Давайте сейчас верхнюю часть еще дожму. Так, я сейчас э, такой пушистой кисточкой... Пошла. Но опять же, здесь чисто главное посмотреть нам по цветам, а не по форме. Так вот, что мы здесь с вами видим? Угу, дожму вот этот вот уголочек. Оп, все, отлично. Что мы здесь с вами видим? Смотрите, первое. Первое. Это свет у нас теплый так, свет у нас теплый. Потом у нас идет переход в прохладную, вот совсем прохладную фиолетовато-синюю тень. То есть это у нас номер раз, номер два. И дальше мы все дожимаем теплым рефлексом. То есть вот как я и говорю, вот бутерброд теплая, холодная, теплое. И всегда в работе очень важно чередовать вот эти вот этапы. Угу, да, <связывая> угу, угу, угу. А, вот что Игорь научил делать аккуратненько О, да-да-да-да-да В этом плане, конечно, тут точно все отлично Это да, <связывая> Игорь молодец в этом плане а, Класс Да, и получается тогда, что мы тогда добавляем Чуть-чуть больше как бы тепленького на свет Холодненького в тень И рефлексом теплым, таким даже горячим, я бы сказала Подчеркиваем а, тот, тот факт Что объект находится на теплом столе И со столиком получается аналогичная ситуация Ну, в какой-то мере То есть мы на столике добавляем больше-больше больше как будто бы теплого, так-так-так вот, тепленького э, света. Ну, у меня сейчас так чуть-чуть вылазит за край, но я думаю, это не критично для... Визуального опять же, понимания а, Так вот, тепленькая часть И потом в тени мы идем Опять же спускаемся в прохладу То есть здесь мы изначально делаем Пока что просто почище таким красновато-коричневатым И на финальчике Мы уже дожимаем как будто бы Все таким вот чисто розовым Розовым цветом, то есть опять же Следующая покраска, она достаточно идет приятная По колориту, потому что тут по сути Мы используем самое главное правило Свет тепленький, тень прохладненькая И все, это такой, скажем так, у универсальный вариант, особенно если это у нас интерьера, это у нас, ну, скорее всего, интерьерная какая-то композиция должна быть, поэтому тут, опять же, это все очень чистенько будет работать, и, кстати, вот так вот на э, финалочку можно еще даже добавить легкой-легкой прохлады именно в тени, то есть в падающие тени, которые идут как будто бы от объектов. Ну, опять же, в казуалке не всегда есть возможность сделать нам цветную тень, потому что иногда есть просто рекомендации, что ну, в некоторых проектах, по крайней мере, нужно делать тени всегда черными с прозрачностью, чтобы у нас там все хорошо потом при анимации соединялось, но опять же мы можем делать себе в таких вот артовых э, отрисовках э, исключения и добиваться вот этой прям максимальной чистоты и живописности в цвете есть. Так, ну чашечки, чашечки, окна. ну и то же самое по чашечкам, то есть вот как чайничек беленький мы сделали, то же самое будет и с чашечками происходить. А, супер, вазочка, вазочка с цветами, ну, тут аналогично, тут цветы прям можно вот так вот очень-очень чистенько, ярко показать, а, перейти прям даже местами на свету в такой прям, а, скажем так, алый, алый оттеночек, и тенюшечка, так мягенько все уводить, вы такой вот некий филитовато розоватый ну, мне кажется, тоже будет очень эффектно. А, так что по цвету вот такие вот были бы пожелания, ну, вот на каждом объекте в принципе тут в зависимости от цвета будет своя история, но самое главное это тепло-холодность, то есть Делаем тепленький свет, холодные тени и все будет максимально классно. Так что вот такие вот пожелания по, так, 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 по последующей покраске. Ну, я уверена, что будет тоже потом финалочка классная, поэтому хотелось бы, конечно, увидеть финалочку. Но я думаю, опять же, мы не прощаемся, поэтому еще увидимся. Отлично, супер. Я тогда перехожу на следующую работку. Так, следующая работка у нас у Марины. Давайте тоже посмотрим. И обсудим. Ой, вкусняшка, класс. Вот вкусняшки – это то, что, то, что нужно. Отлично. А, давайте тогда поговорим по деталичкам. Ой, ну в целом прикольно, прикольно. Вот так вот все про детали, но опять же столько разных деталюшечек, столько бличков, нюансов. Ну выглядит здорово, выглядит так очень все сложно. И это, конечно, крас, красиво, красота. А вот на что хочется обратить еще внимание – это вот местами в работе проявляется. Давайте сейчас по тону переведу картиночку. А, так, 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 так. Вот смотрите. Так, вот на, давайте все-таки на. Первой начну работки и будем сразу и говорить, и дорисовывать одновременно. Вот то, что мы с вами говорили по поводу наших шариков, что у нас есть светлый шарик, у нас есть среднего тона шарик, и в нашем случае есть темный какой-то шарик. И на каждом шарике должна быть светотень, ну скажем так, упорядочена. То есть мы не можем сделать, например, на среднем шарике слишком темную тень, или же на светлом шарике вот такую черную тень, как я сейчас делаю на темном тоне. То есть наша задача это всегда вот так вот четко распределять на 3 базовые, ну 3, 4, 5, в зависимости от количества тональности вы и вашей работки, но обычно минимум это 2-3, вот минимум это вот такого плана как раз и идет, 3 шарика. Так что здесь получается следующая история. Смотрите, у нас есть вот эта вот вкусняшечка, вот эта вот какая-то часть, она у нас светлая, хорошо. Потом у нас есть вот эта вот часть, ну давайте я прям выкраску буду делать, вот у нас светлая часть, потом у нас вот эта вот есть форма, это у нас тоже светлая часть. Видите, почти такой же тональности, хорошо. Дальше у нас есть средний тон такого тона, и у нас есть самый темный, ну... Вот такой, вот такой вот по тональности. Да, как раз такой синеватый. И что мы с вами дальше делаем? Давайте дальше проанализируем тени. Смотрите, на светлом объекте тень спокойненькая, мягенькая. Подходит? Подходит. Отлично. На среднем тоне, смотрите, что с тенью происходит. Она у нас становится слишком черненькая. То есть, видите, тень, она как будто бы переходит вот сюда. Как будто бы переходит в тон самого темного объекта. И из этого есть какой-то такой визуальный переконтраст. То же самое с объектом средней тональности. Вот видите, в тени оно практически в черный уходит, но наша задача добавлять черный только в самый низ. То есть вот здесь вот у нас должен быть примерно такая э, по тону тенька. А в этом объекте тенюшка вообще такая светлая. То есть наша задача вот эти вот м, тени немножечко высветлить или затемить в, ну, скажем так, в соответствии с световой частью. Ну, давайте так. Так, вот это вот вкусняшка свет ок. Значит, в тенюшечке мы можем смело вот это вот все, всю красоту вот так вот немножечко-немножечко высветлить, да, то есть чтобы у нас в целом весь наш вот этот вот вкусный элемент, он был как будто бы более среднего тона. То есть я пока что детальки какие-то, может быть, подскрашиваю, к сожалению, но тут главное идею, идею вот эту вот обсудить. Вот эти вот, кстати, приколь... прикольности, вот эти вот звездочки можно прям яркими пятнышками оставить, будет как то, что нужно. Вот видите, и в цвете у нас, по сути, сразу порядок, и в тоне. То есть у нас тогда нет вот этого эффекта переконтраста. А дальше давайте пойдем. Печенюшечка вот эта вот, вкусняшечка. Она у нас должна быть по тону тоже немножечко как будто бы светлее. То есть не такой же темной, как и м, нижняя часть. Ну, здесь опять же сразу скажу, что по качеству прорисовки, ну, прям огонь. Такие все э, приятные вот эти вот штучечки. Опять же, вот видно, что это такая прям вкусняшечка. И прям вот я думаю, что если мы дожмем вот эти вот те ну, собственно, тональности то просто станет работа еще более классной, еще более крутой. Да, поэтому прям очень хотелось бы мне это дожать, досмотреть. Ну так вот, мы сделали с вами уже две тональности, и, соответственно, вот это вот третье, ок, самое темное, все, тут у нас, говорится, бескомпромиссно на самый темный тон. Отлично. И тогда вкусняшечка максимально так вот чистенько по тональности начинает просматриваться. То есть тогда у нас нету никакой, ну скажем так, мишуры, никакой, э, никакого попадания. А тут единственное, что я бы еще предложила, это больше сделать больше такую вот падающую тень, чтобы она, ну скажем так, более, больше отделила нам верхнюю верхнюю часть от нижней, чтобы у нас вот эта вот тенюшка как бы была неким таким, скажем так, связывающим звеном. Ну вот примерно вот в таком, в таком варианте будет как раз оно. Так, ну и рефлексы тоже чуть-чуть лучше придавить, чтобы они слишком не, не акцентировали на себе внимание. Супер, то есть по тону разобрали. Вот со второй вкусняшкой, кстати, намного лучше. Здесь единственное, что может быть чуть-чуть-чуть светлее сделать тоже вот эту вот вкусняшечку, но в целом классно. Тут как-то по тону все очень звонко и чистенько смотрится. Так, uh, uh -huh. по тону ок, все по тону ок uh, И последняя вкусняшка, uh, она у нас как будто бы темнее по тону Ну, смотрите, вкусняшка получилась, в принципе, по тону как раз ок В целом все в порядке uh, Вот эта вот часть теряется что это у нас такое должно быть вот эта вот часть как-то по тону начинает с, э, теряться на фоне ну сейчас разберемся и нижняя часть как бы тоже немножечко пересвечена э, ну давай так поступим нижнюю часть мы сделаем по тону все-таки светлее то есть чтобы была такого среднего тона чтобы не было слишком слишком яркой такая была, была бы более простая, более спокойная, а, так, тогда нижняя часть, вот эти вот все нижние элементы у нас бы были еще светлее, то есть глобально по тону они бы были светлее, чем верхняя часть, и тогда бы на контрасте у нас лучше выделялась, ну, скажем так, одна часть от другой, а, супер, так, про это поговорили, сделали, и финально теперь, так-так-так-так-так, вот у нас тут трубочка светлая, ок, вот эта вот часть. Так, какой цвет? Зеленый Хорошо, то есть я бы ее на самом деле Вот прям вообще такое делала светлой То есть тут бы и хорошо как раз проявилось Вот это вот подповерхностное свечение Да, даже с каустикой можно там поиграться И тогда вот этот вот узел Был бы максимально ярким, да, то есть Тогда бы вот эта часть была акцентной И на себя хорошо бы привлекала внимание Если все остальное будет чуть-чуть-чуть Как будто бы притонировано, ну то есть опять же На чуть-чуть, но добавляем в работку, Скажем так, таких ярких акцентов Супер, это мы поговорили протон и давай еще чуть-чуть поговорим про цвет про цвет в принципе неплохо все получилось можно еще чуть-чуть усилить эффекты так эффекты как будто бы теплохолодности, холодности то есть на красном особенно цвете здесь можно прям побольше добавить прохлады вы красные красную тень, скажем так, есть, так-так-так, здесь на вкусняшечке можно прямо вот чуть-чуть пройтись еще местами, даже вот таким вот каким-то фиолетовато-розовастым оттеночком, то есть еще больше тогда добавилась бы цветовая, ну, скажем так, расклад раскладка, да, тогда у нас был бы еще такой более сложный, сочный цвет, супер, и, в принципе, о, в принципе, тогда все остальное как раз красиво смотрится, а единственное, вот эти вот м -м, ромашечки, может быть, тоже чуть-чуть, Чуть-чуть тепло-холодности еще добавить в них, чтобы не был у нас однотипный цвет и отлично. В принципе, тогда такая была бы очень вкусная вкусняшка. Класс. Да, дальше. Первая работка. Ну, здесь мне, кстати, по теплохолодности все кажется очень даже умеренно. Тут, кстати, хорошо. Тут нет каких-либо вопросов. А вот к последней вкусняшке, ну, здесь я вот даже вижу, что на, на зеленом получается добавить тепленького света, и тогда тенюшка действительно кажется более холодной. Ну, тут, в принципе, по теплохолодности неплохо достаточно получилось. Так, может быть, только красный все-таки чуть-чуть в бордовый ушел, и лучше его все-таки чуть-чуть почистить по цвету, такой вот немножечко в розовый увести, то есть чтобы у нас был красно-алый на свету и розовый в тени, вот примерно настолько, и тогда работка была бы более чистенькая именно для как казуалочка, да, то есть тогда бы как пропсики она смотрелась более яркой, звонкой, ну вот такие вот моментики были бы как раз то, что нужно, но опять же повторюсь, вкусняшки классные, вкусняшки очень прикольные, вообще в целом по системе, по, по прорисовочке, но ну, вот такие вот нюансы по первое, конечно, самое главное в нашем случае, это вот эти вот тональности. То есть как, как только с тоном все будет в порядке, то сразу, опять же, будет более такой э, мощный чистый вид. Супер. Поэтому такие вот пока что пожелания. Ну, вообще классно, вообще крутая работа. Мне, мне все на самом деле работки, а то, что сегодня ребята поскидывали, очень нравятся, потому что много а, видно, что действительно так э, стрепе там проработаны все детали. И это, конечно, очень-очень-очень радует всегда. А, так, я пока что закрываю тоже некоторые работки, чтобы Photoshop не умирал. <laughs> и будем потихоньку идти дальше. А, так, следующая наша работка сегодняшняя у Ксении. Угу. Так, давайте тоже посмотрим. О, да, Ксения, наша выпускница, да, с нашего курса с самого первого потока, поэтому, ну, будем как раз смотреть, что уже получилось тоже сделать, какие элементики есть. Ой, ну прикольный домик, на самом деле тыквочка, да, вот домик тыквочка. Класс, класс, класс. Да, мне вот очень нравится, что получилось так прям здорово проработать и тепленькие оттеночки, и прохладные. Так да красиво, красиво смотрится. А вот что сейчас, так-так-так, вот как будто бы на что хочется обратить внимание немножечко. Вот я сейчас смотрю просто на эту трубу и на верхнюю шапку. А смотрите, просто что у меня тут вопросы возникают, из-за чего. Угу. Да, потому что здесь, например, вот этот равлык, <laughs> наша улиточка, э, она явно видно, что вы, ну, как будто бы мы смотрим на нее не просто в фаз, а мы смотрим на нее под определенным ракурсом, то есть мы здесь хорошо можем увидеть, ну, давайте я сейчас буду намечать э, вот эту вот верхнюю площадочку, да, то есть она такая достаточно у нас объемненькая в плане ракурсности. А дальше потом вот эта вот э, штучка, да, такая тоже очень прикольная, и хорошо так виден ракурс, что тут прям все заворачивается, опять же, вот так вот выходит на эту сторону у у нас уголочек, ну, круто такое все чистенькое, а, вот и смотри, вот по домику получается вот вот на этой части ракурс хорошо читается, то есть мы смотрим на него вверх, сверху, ну, скажем так, фронтально, но воспринимаем вот этот вот вот эту толщиночку тоже достаточно хорошо, поэтому это ок, это ок. А вот, например, когда мы уже уходим в шапочку, вот здесь нам не хватает немножечко ракурсности, то есть, скорее всего, ну, как у нас будет тут работка строиться, давайте я попробую сейчас схематично наметить, а, так, у нас вот по идее вот давайте сейчас все-таки отдельно отрисуем, мне так просто кажется будет более наглядно. Вот наша тыква. Так, вот здесь вот мы видим дверку и как бы здесь мы смотрим на ракурс немножечко как сверху вниз. Так. Ну, кстати, да, получается сверху вниз, то есть, вот та вот часть, она как будто бы должна уйти, ну, вот вы, вы видите, да, как будто бы завернуться туда, назад, чтобы мы тогда не видели вот этой верхней пимпочки. То есть получается, что здесь должна, по идее, быть вот такая вот э, такой ракурс, такая, скажем так, форма этой всей крышки, крыши. И дальше мы тогда вот уходим в крышу, и вот здесь тоже видим, ну, скажем так, овал. То есть мы видим не верхнюю часть, а мы видим, как бы вот эту вот э, штуку, а это как будто бы внутренняя. Да, говорю, так, конечно, штука это часть, ну, я думаю, вы поняли. То есть получается, что мы как бы видим внутренний ракурс. И вот по топологии получается, что у нас вся наша крыша заворачивается именно таким образом. То есть вот по топологии вот такая идет как раз система. И я бы очень хотела, чтобы в работке вот получилось все-таки тоже этот ракурс показать, что тут у нас такая прям вот, тут мы видим снизу вверх, и потом мы как бы видим вот именно заднюю фронтальную часть. А сейчас получилось, как будто бы у нас вот идет тыквочка, и вот это вот штучка просто, ну, просто вверх, да, то есть как будто бы нету ракурса, и кажется, что мы смотрим просто на эту часть прямо. А хотелось бы вот так вот прям вот круто-круто ее туда завернуть. Э -э поэтому я бы, конечно, предложила вот так вот, ну, если, если делать похожую потом работку, то вот так вот как бы довернуть вот эту вот внутреннюю часть, то есть ее как бы попробовать, э -э может быть, даже скрыть, Сейчас попробую как-то так под, подшаманить тоже на шустренькую руку. Так, то есть, чтобы мы как будто бы видели вот эту вот классную топологию. И таким образом вот эти вот все черепичины, они тоже могут по этой форме потом пройтись. Так, то есть, ну вот, например, у нас идет форма вот этих вот черепичек. Да, то есть здесь просто такой получился вид, что немножечко как будто бы вот этого вот заворота не хватает. Вот, я его вот сейчас попробую чуть-чуть наметить. То есть, как будто бы те черепички, которые идут как бы на ракурс, да, как будто бы вот туда вот закручиваются поэтому здесь было бы очень тоже комфортно показать, ну, как бы, то, как вот эти вот черепицы туда, куда-то в пространство заворачиваются. Я сейчас э, на шуструю руку, конечно, так рисую не совсем, может быть, все понятно, но главное вот идея, что тут хочется прям прорисовать, прочертить этот ракурс заворота. И, соответственно, вот эти вот черепичины, они тоже пойдут больше уже по такой дуге, то есть не по такой, а наоборот, по противоположной. И здесь то же самое, то есть дальше, чем дальше мы уходим в пространство, тем больше будет вот этот видим. -за ворот черепицы ну и в итоге мы скорее всего выйдем на такой какой-то кончик кончик хвостик на чтобы у нас был такой более завернутый что ли вид в пространстве но опять же это может быть, это опять же по стилизации такое было, скажем так, условие, да, что нужно было верхнюю часть показать фронтально. Тут, понятное дело, что разные бывают случаи, иногда тоже работодатели или, ну, скажем так, в некоторых проектах такие какие-то иногда бывают странненькие, странненькие, требования, но, опять же, здесь, если, если эту работку развивать творчески, то получилось бы, что очень классно увести это все вот в такой как бы ракурс, то есть чтобы и черепицы было понятно, как уходят в ракурсность, такс, и, опять же, все вот вот наши деталюшки, тут прям можно показать, как вот эти вот уголочки идут. Ну, класс, на самом деле игра с ракурсами, это тоже такая очень приятная штука, потому что тут, скажем так, работать начинает наше визуальное мышление, и мы начинаем продумывать, про, просматривать еще более сложные и интересные вариации. Ну, так что вот так вот можно было бы вот так вот по ракурсу больше как бы завернуть, завернуть все это в пространстве. Ну, такое вот, собственно, и пожелание <с início> в работке. Ну, что опять же, по рендеру чистенько, красиво, красивенько, по такое все прям милашное. По свету, опять же, может быть, может быть, разве что местами еще больше подчеркнуть бы освещение. Ну, вот, например, что вот здесь, прям на верхней части, у нас идет такое мощное пятно, да, то есть такой вот мощный свет, как будто бы так, вот здесь вот тоже бличком. Можно вот так вот будет попробовать поджать. Ну, опять же, это уже все мелочи, но из этих мелочей тоже, конечно, много чего состоит. Но верхний свет, опять же, в нашем случае, он просто нам позволяет лучше вписать объект в пространство. Ну вот примерно вот в таком, так-так-так, э, я бы вот затенила даже полностью вот это вот те, тельце и верхнюю часть, то есть верхнюю спиночку, я бы вот так вот больше даже на свет вывела. Так, и вот эти вот части были бы у нас тоже больше в тоне. Ну, такой бы был, в принципе, мне кажется, тоже эффектный ход, да, чтобы вот весь Равлик был у нас больше а, по освещению развернут. Ну, яблочко, ну смотрите, прям красота, ну разве не красота? Круто, круто. Или лимончик, да, это лимончик. Угу. Отлично. Вот камешки такие прям аккуратненькие, ну действительно очень много приятностей. А, вот очень понравилась мне вот эта вот часть в особенности. Так вот по освещению, в принципе, хорошо все смотрится. Давайте я сейчас свою вот эту штуку уберу. Так, 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 так по свет ну классно классно все так мягенько заворачивается в тоне есть тут может быть тоже подбликануть ну это уже так как идея мысли вслух но тоже в принципе может быть вот но самое главное это ракус и и конечно вот этот вот тоже красавчик как его назвать дымоходик по дымоходику тоже вот скорее всего ну как он у нас строился бы это наверное была бы но тут нужно прям простроить, как эта часть бы у нас уходила в пространство. То есть как-то вот так вот, может быть, да, то есть прям показать, что это у нас такой сложный ракурс. Ну, опять же, это чисто, если вот так вот дорабатывать именно по детали. Так, вот такой вот прям сложняк-сложняк ракурс. Да, но будет как раз угу, то, что нужно. Ой, Ксения пишет, это горошек. А, горошек, я поняла. <с> класс. А мне показался лимочек Ну, в принципе, да, если улитка такого размера, то да, это горошек. Поняла, все, круто, <с> класс. Так, поэтому, да, вот по поводу ну, опять же, мне все равно очень нравится, как по цвету все решено. То есть только тепленьких вот оттеночков, холодненьких оттеночков, так все прям аккуратненько. Так что я здесь больше, конечно, за ракурс бы говорила, потому что в целом, вот, опять же, по деталечкам все очень так вот хорошо, красиво проработано. Опять же, вот дверка такая аккуратненькая, текстурка мягенькая. Так что много-много очень всяких приятных вещичек. Единственное, что по цвету, наверное, вот на этой штуке хочу еще поиграться чуть-чуть. Смотри, получается, здесь у нас совсем как-то ушло все в зеленцу. А здесь все-таки лучше оставить какую-то такую прохладноватость в э, рефлексе. Ну, по крайней мере, я бы оставила, чтобы все-таки по теплохолодности у нас читалась некая такая вот затененность. То есть, смотрите, получается, что верхняя часть у нас больше на свету. Так, тут у нас свет, 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 и заворачивается все это в затенение по тону. А, и дальше у нас идет как будто бы яркий рефлекс от окружения, то есть от тыквы. Э, рефлекс, кстати, можно тоже чуть-чуть подрозовить. В принципе, тыква у нас тут и так тоже такая розовато-красная, поэтому, ну, чтобы не было слишком горячего цвета, просто по краю, потому что немножечко может, может нам ситуацию портить. Так, есть. То есть здесь у нас теплохолодность возникла, и к низу все верно. К низу у нас такой тепленький, зеленый, который так будет прям опекать, охватывать всю работку. А, да, и соответственно, тоже теплохолодность проявится и в тени, вот в этой падающей тенюшке. И тогда здесь у нас будет проявляться больше вот такого какого-то фиолето-серо-розового до да, такого тоже сложного оттеночка. Вот, ну, примерно в таком ракурсе будет как раз очень даже круто. А, тыква сама по себе, ну, вот это вот вот шапочка. Хорошо, хорошо получилось. Я бы только добавила еще, еще, еще чуть-чуть больше как будто бы света на ближней части. Просто хочется мне сейчас тоже по, -по контрастно выставить приоритеты, что вот эти вот части как бы более контрастные, а дальняя вот та вот, чтобы уходила в большую такую прохладноватость, может быть, даже. И параллельно с этим она тогда бы была менее акцентная. То есть мы вот, короче, вот эти вот две половинки делаем максимально акцентными, а дальняя половиночка тогда была бы уже... Ну, не половиночка, а сегмент был бы менее тогда ярким и больше вписывался в пространство. Есть. И тогда здесь у нас розовый, отлично, ярко-розовый работает, так с красным. И тогда вот эта вот вся штучка тоже будет, в принципе, очень даже чистенько по цвету. То есть, видишь, как будто бы за счет этого прохладного верхнего розового мы добавляем ощущение, что там у нас холодное небо. То есть, по сути, у нас же, если смотреть по иллюстрации, то сверху должен быть холодный купол. Холодный купол, который будет давать, ну, скажем, так, вот помните, мы говорили вот как раз э, на курсе про эффект Фринеля, то, что то, что у нас, э, когда форма у нас заворачивается к краю, то тогда у нас больше проявляются, ну, скажем так, рефлексы и освещение от окружающих объектов, поэтому получается такая история, что здесь мы видим более чистый цвет, к периферии мы видим более э, такой, как бы, цвет от рефлекса, да, то есть цвет от окружения. В нашем случае окружение холодное, поэтому рефлекс тоже будет более холодным. Ну, такая как раз получается здесь у нас логика. А, так что такие вот такие вот моментики по поводу работки. Давай тогда еще раз посмотрим, что мы тут такое на чирикали, наделали. То есть, опять же, в целом круто, круто. И я бы, конечно, очень хотела, чтобы крыша вот такая у нас тоже была максимально вписана в объемчик. Вот. И тогда вот, в принципе, по деталькам все очень так деликатно, все так чистенько сделано. Так что хорошая работа. Да, хочется вот так вот еще, конечно, с крыши даже и все будет как раз то что нужно а, супер я тогда иду на следующую работку смотрите следующая работка у нас у так 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 заряны. Давайте тоже посмотрим, что а, есть, что у нас получилось сделать. Ух ты, да-да-да, такой хорошенький профс. А, ой, ну, в принципе, опять же, мне очень нравится, что по контрастам так он чисто работает. То есть так все а, хорошо видно по насыщенности тона. М -м, классно. Вот здесь единственное, что, может быть, еще стоит а, еще бы дожать, м -м, это именно вопрос цвета. А, вот смотрите, здесь у нас получается красный цвет и вот тут местами красный цвет начинает переходить в коричневый, то есть вот здесь начинает немножечко как бы тон, видите, и тон переходить в друг дружку, и цвет, соответственно, поэтому я бы предложила в этом случае сделать все-таки красный красный более алым, таким более ярким, и вы, когда он уходит в заворот формы, то там можно добавить больше такого вот как бы раз, оранж, тьфу, оранжеватого, розоватого, да, такого более, более звонко-холодного цвета. И то же самое будет происходить с вот этими вот штучками, то есть как будто бы, видишь, мы таким образом делаем вот эти вот части красного, вот сегодня у нас как раз был уже красный цвет, и тут тоже мы это досмотрим, то есть красный тогда будет более акцентно смотреться, более ярко, и как раз это будет лучше на вписывать в пространство все. А дальше вот насчет, так-так-так, насчет рукоядочки, ну, на самом деле, да, я понимаю, что она уходит в э, такой, такое затенение, потому что там уже как будто бы далеко находится от, от нас, да, от нашего взгляда, но вот все равно, все равно я бы советовала добавить чуть-чуть больше какой-то такой вот тепло-холодности на нее, ну, в целом на всю эту рукоядочку, и что самое здесь, наверное... Было бы тоже нам главное, это что на всей вот этой рукоятке хотелось бы больше добавить такой прям прохлады от окружения. То есть, если у нас такой хороший ракурс, в смысле яркий, что кончик так хорошо виден, то дальняя часть, скорее всего, просто уйдет полностью уже в какой-то такой прохладноватый блюр. Тем более, там вокруг много холодных, и вот эта вот вся рукояточка может полностью уходить в прохладу. И быть таким образом менее, ну, скажем так, менее контрастной, менее акцентной. А дальше мы идем на передний план здесь, соответственно, я бы добавила больше рефлекса. Смотрите, это у нас что? Это у нас металл, а металл, соответственно, будет хорошо рефлексировать от окружающей среды. Поэтому здесь у нас акценты будут вот максимально яркие, максимально чистые, звонкие. Так, 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 так. И чем дальше мы уйдем от этой контрастности, тем у нас, ну, вот здесь вот, да, вот здесь все верно. Тут уже может быть яркий цвет, ну, такой вот темный просто цвет, но непосредственно вот к периферии, то есть там, где мы начинаем вписывать пространство, собственно, меч в пространство, там у нас будет больше работать именно вот такой вот яркий, как будто бы синий Ну, кстати, то же самое можно еще и вот здесь тоже добавить Вот на немножечко, но, скажем так, тоже еще поджать вот эту вот всю форму Может быть, через такую же филетоватый, чтобы не было, ну, одинаковой такой синей системы Да, чтобы у нас все-таки тепло-холодность тоже тут хорошо проявлялась так, так что в этом случае здесь как раз, ну, я бы, конечно, предложила вот так вот больше пройтись еще именно по чистоте цвета да чтобы у нас вот в пространство все вписывалось за счет скажем так таких более чистеньких цветов ну и будет тогда опять же отличная работа тогда все будет максимально чистенько смотреться и не будет главное что тональных попаданий то есть видите что мы сделали сейчас из-за того что к задней части идет как будто бы такой ну, темный контур то визуально мы не можем увидеть что именно вот этот вот острие, да, вот именно само, само лезвие находится ближе всего к нам. То есть оно как бы по перспективе ближе всего, но по тону и по цвету, если мы его так вот сделаем, то оно тогда как бы еще больше уйдет в пространство и уйдет в воздушную перспективку. Так что вот такие вот небольшие еще пожелания по этой штучке, по этому арту есть. А, давайте идти дальше, посмотрим на следующую работку. У нас уже, в принципе, работок немного осталось, поэтому, да, как раз все работки дожмем. Супер uh, такс. Ой, елочка, Новый год. Класс, класс, класс. Новый год у нас как раз уже прошел, но все равно, все равно все это актуально. Так, с поработки, поработки. Давайте сразу решим. Так, 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 так. Сейчас я по тону хочу глянуть сразу. Есть. Смотрите, смотрите, ребят. У нас по тону сейчас так получилось, что вот эти вот ба бантики, они как будто бы местами начинают сливаться с зеленью, да, вот с общей тональностью так все елочки. Ну, я здесь всегда, опять же, всегда, когда мы работаем со сложным объектом, а елочка это сложный объект, что много деталей то здесь очень хотелось бы э, выстроить тоже приоритеты по тону то есть смотрите саму елочку мы можем сделать изначально чуть-чуть как будто бы темнее то есть елка будет более ну как бы насыщенная по тону есть так, так, так. А, даже на свету, даже на свету она будет более темная, потому что здесь, по сути, наша задача это вытащить елку, как бы елку посадить назад, а предметы вытащить по тону вперед. Поэтому здесь мы можем вот так вот все чуть-чуть еще по контрастам дожать, дожать, дожать. Есть и непосредственно вот мы елку как бы чуть-чуть притянили, вот так вот в целом. А, и теперь у нас есть классный диапазон возможностей для всяких наших а, украшалочек, штучек, бантиков и так далее. Ну, по бантикам. По бантикам можно тоже их Сделать просто глобально поярче. Вот пусть они будут такие более звонкие, более яркие. Вот так вот глобально опять же по тону. Так, здесь прям такой розовастый проявится оттеночек. Здесь такой просто, э, такой какой-то тепловастый оттенок будет есть. И в целом тогда бантик у нас станет чище и ярче по тончику. То есть он тогда будет, ну как будто бы больше впереди относительно всей елочки. Так, дальше мы еще там дожмем этот бантик. Поэтому исправим то, что он чуть-чуть попадает по тону в елку. И теперь э, можно еще пройтись по светяшкам. А Насчет светяшек тут лучше на самом деле сделать их еще ярче. Я для этого обычно использую такой механизм. Вот беру пушистую кисточку. Так, э, берем опять же вначале рисуем как бы э, сердцевиночку вот эту вот, да, вот эту вот нашу точку, вот внутри формы вообще будет белый цвет есть, и таким образом мы как бы сделали такую просто очень яркую светяшку и теперь хотелось бы поверх всех вот этих штучек наложить такие прям очень-очень яркие светлячки, чтобы у нас ну скажем так, зажглась вся елочка и а, весь, скажем так этот антураж был еще более светоносным, более таким свежим То, так, поэтому здесь вот всегда можно так вот дожимать эти точки чтобы они были максимально активными. Кстати, я бы даже звезду зажгла, вот, вот хотелось бы прямо вот сделать какой-то такой светлячок именно изнутри, ну давайте для этого вначале еще чуть-чуть сделаем эту звезду пожелтее, то есть чтобы она не переходила в совсем такой розовый цвет, а была такой все-таки более жел желтоватой, да, такой более звонкой. Отлично. И теперь, когда, смотрите, вот что мы сделали: первое, мы затенили елку, второе, мы э, сделали красный ярче, и третий шаг, скажем так, это мы сделали светлячки еще более яркими. А, и после этого можно уже, конечно, уже играться с деталями, с всякими нюансами. То есть там уже дальше можно брать э, жесткую кисточку и начинать вырисовывать, например, свет на каждом бантике относительно источника света. То есть, опять же, больше вот так вот вырисовывать конкретно вот свет на одном бантике, то есть, смотрите, здесь у нас будет свет вот на верхних вот этих вот усиках, да, вот верхних частях. Так, соответственно, внутри формы у нас бантик будет более, ну, таким насыщенным, то есть, смотрите, получается такой эффект. Сер сердцевиночка тут у нас а, достаточно такая вот светлая, светлая, но не такая же яркая, как, например, на вот этих вот а, светящихся кончиков. То есть тут мы прям так хорошо можем эти кончики подсветить, чтобы бантик как бы выходил тоже по тону вперед. Дальше. Дальше мы вот эти вот части тоже можем затенить, то есть под бантиком сделать еще чуть-чуть потемнее. И опять же таким образом у нас по тону тоже выстроится некий такой приятный контраст, и бантик еще лучше вытащится, если так сказать, вперед. И так далее. То есть так хотелось бы теперь по каждому из объектиков пройтись, вот опять же по каждому шаричку, по каждой штучечке. И вот так вот прям... Mm, тоже кропотливо, вот так вот с, со вкусом, скажем так, с чаечками, печенюшками, вот так вот все это дожать, доделать и, по сути, получить удовольствие именно от процесса рисования, когда у нас все вот так вот красиво складывается и все по тону как нужно. Поэтому, опять же, прежде всего, это, как я сегодня уже говорю, это всегда тональный расклад. То есть, как только с тоном будет все в порядке, значит, у нас все будет хорошо и с цветом, и дальше с прорисовкой и так далее. Поэтому вот такие вот по елочке на самом-то деле пожелания, то есть в целом по рту хочется первое это разобрать вот такие вот фундаментальные вещи по тону. И после этого уже можно как бы углубляться в детали, углубляться в прорисовочку и так далее. Ну вот, опять же, есть у нас бантик. Вот последний сейчас по бантику только досмотрим. Видите, по тону он достаточно получился равномерный. Но мы понимаем, что если мы вырисуем на бантике топологию, то есть нашу вот эту вот сетку, как мы всегда говорим, которая нам помогает, то есть рисующая сетка, которая нам подсказывает, где у нас какая будет плоскость. Вот, 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 и что у нас таким образом получится. Что тут у нас топология идет вот так вот, заворачивается. Так, тут идет вот такой вот срез по форме. Тут тоже у нас пошел срез. Так, и вот здесь такая штучка надутость. Так, то есть видите, вот этой топологии сеточкой, я начинаю как бы прорисовывать общую форму, общее формообразование. И за счет такого эффекта у нас проявляется, ну, скажем так, лучше вообще наша форма, и мы начинаем понимать, где у нас что будет по освещению. И дальше я понимаю, что, ага, эта площадочка у нас к свету повернута, значит, тут у нас больше света. И тут у нас больше света, и тут. На этой плоскости у нас, соответственно, больше полутон работает. Здесь у нас тоже полутон сработал. Так, вот здесь вот к краешкам, так как у нас идет завязывание, как бы, по Бантика, узелка, то идет небольшое затенение. То есть, по сути, тут начинает работать окклюзия. Окклюжен, то здесь опять у нас идет затенение, супер. И опять полутон. И тут, и тут у нас идет теневая часть, потому что тут у нас как бы форма уже отвернута от источника света и происходит таким образом заворачивание формы. Поэтому, опять же, по бантику у нас получается такая вот очень приятная, интересная штуковина, что э, мы видим с вами четко свет, тень, полутон, и за счет таких эффектов у нас максимально работа, ну скажем так, проявляется, становится крутой. Так что дальше уже можно, конечно, дожимать всякими складочками, всякими там такими микро-микроштучечками, но это уже будет деталь. Далее, это уже будет вторично а первично это конечно же разбор на форму на базовые примитивы на топологию и все что мы с вами обычно проговариваем в плане работки с объемом так так что вот 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 такие моментики по бантику ну и тогда у нас опять же по форме все становится так не тот какой-то у меня цвет вышел вот все становится на свои места но опять же первично это работа стона тоном. Хорошо, а, давайте тогда идти по работкам дальше, тогда посмотрим на следующую работку. А здесь, конечно же, говорю, самое главное, это тон, это тон, и тогда освещение на каждом из объектиков. А, так, следующая у нас работа, ой, тоже такая очень интересная э, работа нашей выпускницы. Да, вот здесь вот такая прям прикольная подборка персонажей. Ну, я на самом деле, когда смотрела, просто очень-очень радовалась, потому что действительно э, видно, что качественная работа, опять же, так все тоже трепетно прорисовано, и на самом деле, прям классно. Вот, честно говорю, классные персонажи получились. Мне очень, опять же, нравится, что и мультяшность проявляется хорошо, и такие вот они прям все кругленькие, пухленькие, опять же, вот волосики так. Классно проработано. Ну, огонь, огонь, я считаю. Давайте сейчас просто просмотрим каждого из персонажей, потому что столько тут, так-так, так, у нас деталечек. Класс! Вот это вот мне особенно барышня нравится, такая прям хитренькая, круто. Да, и опять же, и по пластике все так красиво, S-образно стоит, и по прорисовочке все так чистенько. Вот, поэтому только хвалить хочется, на самом деле, работку в целом очень-очень нравится. А вот на что еще можно обратить внимание, давайте посмотрим э, на примере, так, на примере этого мужчинки, тут как раз э, на нем и проговорим более подробно. Так вот, здесь хотелось бы еще, ну, если вот так вот досматривать до, э, доводить до апогея ситуацию, то э, вот у нас есть тело, цвет тела. Э, да, понятное дело, мы де делаем мультяшки, казуалочки, но все равно вот эти вот все принципы у нас будут э, актуальны. Так, итак, у нас есть личико, да, наше любимое лицо, и всегда на лице у нас, э, ну, давайте пару, чуть-чуть про теорию еще поговорим. Э, вот я сегодня чувствую замучива с такими моментами, но все-таки хочется это обсудить. Э, грубо говоря, наше лицо Всегда делится на три части. У нас есть лобная часть, вот эта вот часть, где у нас щечки носик и подбородок. А, так вот, всегда лобная часть у нас имеет оттенок больше такой, давайте отдельно, прям на слой буду выводить, больше желтоватый. То есть, так как здесь у нас ну, как-то так всегда образуется, что эта часть у нас более желтая. Да, вот чисто, если так очень абстрактно проговорить. А дальше, вот эта центральная часть у нас всегда из-за обилия. Ну там щечки краснеют, носик краснеет, капилляров много. И из-за этого оттенок. Немножечко уходит вот в такой розовастый, чуть-чуть буквально. И нижняя часть работки, особенно у мужчин, в смысле, подбородок, особенно у мужчин, он всегда из-за щетины он немножечко идет в, ну, даже я бы сказала, не сероватый, а такой холодно синий, серо зеленоватый оттенок, то есть такой вот приглушенный. И получается, что если мы вот эти вот три тональности на лице будем соблюдать, то личка будет просто, даже если оно будет казуальным мультяшным, но все равно оно будет более ну, таким вот что ли проработанным именно по цвету. То есть, опять же, это такая чистая рекомендация, как дополнительная. То есть, понятное дело, не всегда в казуалке это прям, скажем так, требует, но вот если говорить с точки зрения живописности, то вот такие вот моменты можно еще попробовать в работку внедрить, то есть опять же лобик, лобик сам по себе ок, но э, чтобы опять же избавиться от, знаете, вот такое есть выражение, как резиновая кожа, то есть когда у нас слишком такой получился, ну как будто бы вот уку, кукольный, да, такой восковый кукольный цвет, поэтому вот в персонажиках мы очень часто стараемся... Скажем так, тоже эти эффекты с цветом добавить, чтобы у нас была некая такая еще вариативность именно во внутреннем э, цвете, скажем так, лица. А, есть, я сейчас пытаюсь такой красноватый, но не красный оттенок сделать. Ой, прям Дед Мороз получается. Вот, сейчас розовый мы так дожали, и теперь сотрем лишнее. Да, то есть чуть-чуть-чуть, буквально на чуть-чуть, но какую-то такую легкую розовиночку, легкую э, желтиночку на лобик можно дать так вот, на чуть-чуть. Главное тут, конечно, не перестараться, чтобы не было перебора в этом цвете. А, есть. И тогда у нас подбородок, ну, в принципе, подбородок и так такой приглушенный вышел, но я его вот так для э, эффекта еще сейчас чуть-чуть присерю, да, сделаем чуть-чуть серее. Но ну, на самом деле, все равно, вот мне так ротик нравится уже такой прям, зубки, зубки прям хорошо видны. А, кстати, на зубках тоже, вот не упущу эту возможность и хочу тоже попробовать на белом цвете добавить теплохолодность. То есть не делаем, конечно, желтые зубы, но можно еще вот так вот даже а, белее, белее чуть, чуть сделать фронтальную часть. Тем более, это голливудская улыбка, это то, что всегда должно быть на переднем плане. Даже несмотря на то, что тут тон немножечко как бы заворачивается и уходит на нет. И видишь, что да вот эти фиолетово серые оттенки, они начинают еще как бы чище играть на контрасте. То есть как только вот эта вот теплохолодность начинает еще звонче проявляться, сразу тогда вот эти вот... Эффекты будут еще более цельными, еще более мощными. Но опять же, все равно перс крутой, перс классный. Да, вот тут, вот, может быть, еще. Э, сейчас, или это я цветом убрала вот этот контраст на носике. А ну-ка, ну-ка, сейчас я хочу все это объединить. Угу. Есть в одну группу. Да, то есть, вот видишь, еще можно чуть-чуть, конечно, да-да-да-да-да, вот так вот э, ударить ударчик сделать на носике, чтобы он был еще более акцентным. Ну, опять же, на чуть-чуть, чтобы носик как бы вышел тоже вперед. А, вот, и тогда носик будет как бы на переднем плане, и а, все остальное на втором, и личка, соответственно, будет такое более э, цветное, если так сказать. Ну, наверное, все-таки со лбом я перестаралась. Давайте ее его чуть-чуть успокоим. Вот, ну, на чуть-чуть, буквально на одну капельку, но это тоже даст свой эффект. А волосики дальше. По волосикам, по цвету. Здесь, смотрите, тут классно тоже можно такой эффект сделать и взять, например, на рефлексе и добавить какой-то такой прям прохлады. То есть вот на рефлексах особенности, ну вот в нашем случае, когда у нас такой коричневый цвет, коричневый цвет, он очень просто горячий и всегда требует какой-то компенсации в плане холода. Поэтому я бы, конечно, в персонажике предлагала вот так вот чуть больше добавить на прохладных, ну, скажем так, на рефлексах прохладные такие вот филитовастые оттеночки, чтобы таким образом наш персонаж, ну, как бы, еще больше закручивался в цвете. Но, опять же, это такие вот пожелания, чисто уже на а, такую, знаете, как микро-микро-доработку, то есть это уже не то, что что-то критично или что что-то хочется там глобально поправить, это просто такие мысли вслух, которые помог, помогли бы а, работку сделать еще более интересненькую, более, что ли, цветную. Да, потому что я, кстати, очень люблю смотреть а, тоже вот мультики Пиксара Дисней, потому что, ну, Пиксар, в частности, потому что у них всегда, вот, если даже скринить, просто их картинки, ну, их. Э, с скрины, да, то есть по мультику, то я вот прям беру иногда этот скрин и перевожу себе в фотошоп и начинаю анализировать, какие там цвета, и это что-то с чем-то на самом деле всегда образуется, что там вот прям вот видно, как на теле вот эти вот идут микрооттеночки, переход там от одного цвета в рефлекс, ну, опять же, настолько, я считаю, крутая работа, поэтому тоже всегда всем советую смотреть мультики, потому что мультики нам, особенно как художникам, казуальщикам, дают представление о том, как работать с цветом и как максимально круто это все дело. Скажем так, в практику свою вводить. А, так что вот такие вот небольшие еще, ну скажем так, пожелания вообще на будущее, просто больше работать с теплохолодностью и с цветом. Ну вот опять же, мы так по головке прошлись. То же самое можно сделать. Ну, кстати, здесь молочина, что такое идет? Прям звонкий, яр, яркий розовый рефлекс. Классно! Может быть, еще его усилить, но в целом супер-супер так есть вот здесь вот смотри тут можно прям хорошо так добавить прохлады какой-то потому что тут у нас форма ну как бы заворачивается тоже вот в пространстве и тут прям у нас пойдет какой-то такой и холодный и более светлый ну как будто бы тоже рефлекса рефлекс переход как-то так его можно назвать. И опять же, дальше мы идем на м, вот эти вот штучечки, да, как будто бы на бордюрчик, в общем, кантик. И здесь тоже можно по теплохолодности еще вот так вот доработать. То есть, опять же, я по персонажу здесь бы больше советовал именно на такие моменты обратить внимание. Ну, чисто для того, чтобы был еще такой вот более звонкий арт. А в целом классно. В целом, опять же, прям смотришь на работку и аж, аж радостно <laughs> становится. Круто. А, да, так, так, так. Ну вот, опять же, примерно вот так вот я холодю, холодю тень. И тогда делаем более тепленьким свет Есть по ручкам, кстати, то же самое То есть на ручках тоже ä, можно ну, свои такие, скажем так, зоны контраста вывести Но ну, вот опять же, обычно вот у нас идет рука так вот рука, так как-то сейчас ее так перчаточкой нарисую, а, вот. Ну и получается вот у нас идет раз и вторая там часть руки. Ну вы поняли, в общем, что я имею в виду, да? Вот это у нас идет локоть в этом месте. Так вот на руке у нас чаще всего происходит такая ситуация, что это у нас часть больше обычно идет такая оранжеватая, это тоже оранжеватая, а рука сама по себе красная. То есть ручка, ну скажем так, имеет, если так абстрактно сказать, более тоже красные оттенки в целом по э, ощущению, и поэтому здесь всегда вот у нас есть есть такой, скажем так, эффект, что если мы переводим в тоне, в том картинку, то всегда кисть руки будет немножечко темнее, то есть она будет и краснее, и темнее, а вот эта вот часть, ну, по сути, предплечья, она у нас всегда будет такая более э, светлее, чем рука, кисть руки, и, конечно, будет немножечко такая вот желтовастая, скажем так, тоже такая вот более э, персиковая по оттенку. Поэтому здесь тоже можно еще кисти, кисточки рук немножечко подкраснить, подтемнить, чтобы, смотрите, тут такой эффект будет тогда классный, что если потом у нас ручка чуть-чуть будет темнее, во-первых, она будет более звонко а, смотреться на фоне вот этой мышцы, да, и с другой стороны тогда по цвету она тоже изменится, то есть станет красноватее и как раз этот контраст нам еще лучше эту ручку, ну скажем так, вытащит относительно э, той ручки, которая, ну собственно, относительно всей общей массы руки. Так, то есть именно кисточка руки станет более акцентная. Ну тут, конечно, чуть-чуть перекраснела, но где-то вот примерно в таком диапазоне, не, наверное, еще все-таки красновато. Вот все-таки хочется мне еще эту ручку сделать чуть-чуть более алой, да, то есть не такой рыжей, ну, в смысле, не розовый, а больше алой. Ну, вот примерно-примерно вот в таком колорите. Вот это уже где-то ближе к правде. Так что был бы тогда тоже еще такой эффект живописности, который тоже бы нам помог чуть-чуть. Поэтому, опять же, такие вот небольшие пожелания по персику, но все равно смотрите, какое... Классное качество проработки деталей, опять же, насколько все чистенько идет по рендеру. Так что персонаж очень крутой. Единственное пожелание это еще, э, скажем так, поиграться с цветом. Но ну, это, опять же, как дополнение, в целом все равно все очень круто. Есть, супер. Есть. Давайте смотрим тогда следующую работку. Это на сегодня последняя наша работка. Да, мы с вами так потихоньку уже дошли до финала. Так, сейчас пару работок тоже традиционно закрою. Есть. И следующая наша финальная на сегодня завершающая работка у тоже нашей выпускницы. Вот как раз вот мы не до конца успели в течение курса дофиналить диплом, и как раз вот классно-классно сейчас можем прям с вами посмотреть, что получилось в итоге. Ой, ну круто. Я вот помню, насколько такая была вот работа более, ну скажем так, по контрастам. И по цвету, точнее, такая серовастая, и насколько цвет стал классным. Огонь, огонь. Мне вот прям очень нравятся эти грибочки. Кстати, ребят, насколько цвет красиво начал играть. Смотрите, вот тоже мы тут просто помню: последний раз говорили про, про вот этот вот черепочек. И вот добавляли специально в, скажем так, в теневые части больше фиолета. А и, соответственно, где у нас горят, горят глаза, добавляли больше персикового оттенка. Ну, я считаю, прям отличный получился персонаж, <laughs> если так сказать, декор. Круто. Вот эти вот такие вот классные все бревнышки, опять же, так прям э, с любовью тоже проработана вся текстурка. Ну, круто, круто. На самом деле, я очень довольна результатом того, что получилось. Вот смотрите, даже металльчик какой классный получился. Да, супер, супер, супер. По контрасту тоже, если мы посмотрим на работку, тоже, я помню, мы как раз этого эффекта добивались, чтобы верхняя часть работы была более контрастная, а низу контрасты списывались. Ну, я считаю, прям отлично получилось с этим справиться. А, давайте даже посмотрим другие элементы. Вот елочка, отличная елочка. А, вот если мы опять же проведем это как... Скажем так, как пирамидочку, то получится такая идея: что верхняя часть у нас более контрастная, а к периферии у нас контрасты смягчаются. То есть, ну, скажем так, уже идет некое такое смягчение по контрастности. Огонь, огонь, отлично! Угу. Да, дальше, дальше. Вот, прям хочется просмотреть по деталькам супер. А, котел, смотрите, какой классный получился! хороший такой, прям активный, акцентный. Единственное, что на котле я бы сейчас еще посоветовала дожать. Смотри, получается так, по тону у нас идет ложка, потом дальняя вот эта вот стеночка с книжечкой, вот эта штука, которая бурлит внизу, тут у нас огни, огнище должно быть, и насчет всего вот этого контраста у нас чуть-чуть начинает, ну, скажем так, чуть-чуть теряется работка. А Я бы посоветовала здесь просто банально котел сделать темным, то есть как будто бы он просто какой-то такой темно -селенный. Синий. то есть не в голубой лучше его уводить, а в такой все-таки более плотный по тону. Тогда, опять же, мы сможем сразу двух зайцев, как говорят, что с одной стороны у нас здесь будет свечение идти более акцентно изнутри, то есть тут прям можно вот добавить добавить такое свечение, что чтобы оно как будто бы шло вдоль всех стеночек, то есть тут у нас будет так хорошо прочитываться такой вот яркий яркий свет. Классно. Так, вот здесь вот у нас такая фронтальная часть, ну более контрастная. Тут можно, кстати, бульбочки вот так вот даже куда-то вне вывести, чтобы, ну, как будто бы какое-то прям бурление такое магическое происходит, ну, это опять же, это как э, на подумать, да, вот, если, если захочется, это не обязательно, но, в принципе, был бы тоже, мне кажется, такой интересный ход. Да, вот так вот чуть-чуть бурлить, бурление добавить. Есть. Вот видите, сразу как-то начинает работа э, смотреться по контрастам чище. То есть нету тогда попадания в окружающее, ну, скажем так, пространство. А дальше у нас огонь. Да, огонь тоже у нас яркий. И, соответственно, можно еще яркость активизировать и добавить еще больше рефлекс на котел, то есть здесь у нас будет от костра, по сути, такой очень супер яркий рефлекс, и этот же рефлекс он у нас подсветит вот эту ручечку, подсветит вот эту вот часть, то есть здесь у нас будет таким образом более акцентный тон. Ну, мне кажется, тоже будет очень эффектно, если это так дожать. А, так что такое вот небольшое пожелание по котлу и вот эту вот всю каменную часть. Давай сделаем по тону спокойней, то есть по тону света сделаем темнее, а тени чуть-чуть светлее, чтобы, опять же, акценты здесь отсюда убрать и как бы их активизировать больше на верхнюю часть, то есть на котел, на верхушечку вот этого котла. Вот здесь можно прям э, хорошо вот так вот. Ну, я сейчас, может быть, перебор сделала по насыщенности тени, но смысл все равно такой, что как будто бы вот эту грань хотелось бы еще чуть-чуть больше подактивизировать в плане плечков. То есть тут чуть-чуть больше светика токс, и тогда у нас а, будет вот эта часть еще визуально ближе к зрителю. Ну, такой будет приятный эффект по тону, по цвету, что у нас. Ну, смотрите, по цвету тоже ничего не страдает. Даже наоборот, еще это бурление активно, скажем так, активнее стало работать. М -м -м, супер! Да-да-да-да-да. А, следующие детальки, ну прям по деталям хочется рассматривать, поэтому, ребят, я уже тут пробегусь по каждому элементу, потому что вот прям это ж наш выпускник, хочется все досмотреть. Супер, ну смотрите, какая красота по мостику получилась, что вот ближняя гранька такая прям супер четкая, дальняя уходит в смягчение по тону, ну отлично, вот тут супер-супер все смотрится. Так-так-так, лава, да, это как будто бы у нас бурлящая такая должна быть. Ой, а я бы здесь, знаешь, что посоветовала? Тоже вот я просто когда-то, по-моему, не помню, в каком арте увидела, но мне так эта идея понравилась. Я потом всегда лавы так и рисую, что в лавах как-то там так образуются вот такие какие-то бульбашки. Ну, не знаю, как это правильно все назвать, да, физически как это там все происходит. Но, собственно, здесь у нас возникают бульбашки часто, которые можно тоже вот так вот очень казуально, мультяшно подать, как некие такие, ну прям кругляшки. И тогда вот этими кругляшками, кругляшками с таким, скажем так, светиком вокруг, можно вот так вот еще пространство все обойти, ну чтобы добавить какого-то такого, да, 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 чтобы добавить какого-то такого еще акцентика, вот, то есть вот эти вот бульбочки, мне кажется, это был бы такой интересный элемент, но ну, может быть не такую прям большую, как я сейчас наметила, может чуть-чуть поменьше, э, но смысл в том, чтобы бульбочками вот так вот дожать ситуацию, вот можно ее еще так поярче даже сделать, вот так по, давайте сейчас еще, оп по левелсами, левелсами и по яркости. Вот, вот, вот примерно так. А, и тогда вот этими бульбочками просто можно еще все пространство вот так вот дозаправить, чтобы у нас были какие-то такие вот еще дополнительные моменты. Да, чтобы не было у нас, ну, скажем так, монотонности в лаве, потому что это же классный, по сути, объект, где у нас все так бурлит, кипит. И такие были бы какие-то прикольные штучки. А, но здесь, смотри, Лава, это же, по сути, то, что будет очень хорошо. Там как бы огонь, да, то есть, по сути, нам нужно показать, что оттуда идет как будто бы огненный такое вот свечение, поэтому тут на все низы, на все нижние части, которые соприкасаются с лавой, можно прям так хорошо давать такие яркие засветы, то есть чтобы прям было понятно, что оттуда у нас идет некое такое прям супер яркое свечение. Вот, вот, вот таким вот образом. Так, это будет как раз то, что нам нужно, да, то, что нам хочется в работке. Вот, так что лаву можно еще вот так вот даже еще больше активизировать. Супер. Есть, есть, есть. Отлично. Идем тогда дальше по работке. Ой, такой прям прикольный вот этот вот вид. В смысле, дорожечка. А давай так еще дожмем. Давай добавим какие-то прям парочку камешков. Ну, вот эти вот камешки, они просто могут нам, скажем так, всю работку еще держать воедино. Ну, и, скажем так, какая-то мелкая деталь тогда проявится. Тоже, почему бы и нет, чтобы не рисовать какой-то еще, ну, такой массивный пропс, а по сути, просто дозаправить работку как какой-то такой мелкой детализации. Ну, в принципе, было бы тоже, мне кажется, хорошее дополнение. То есть, и пульбочки, и вот эти вот детальки будут нам как раз на руку. Супер! Классное дерево такое вот. Смотрите, ребят, я прям в восторге на самом деле от прорисовочки, такие прям листики аккуратненькие, супер-супер. Ну, очень-очень крутое, такое пузастенькое вышло. Да, я бы, вот еще знаю, что посоветовала бы. Можно попробовать сделать прям такую, какую-то очень тепленькую цветочную лужайку. И, например, здесь, везде, еще бы добавить каких-то, ну, может быть, не белых ромашек, хотя, может, и белых ромашек. Может быть, опять же, каких-то желтых цветочков, а может, наоборот, синих, как вы Сельки. То есть вот какой-то такой, может быть, еще дополнительный сделать элементик, чтобы, ну вот, получается чисто по логике, что у нас вот тут домик Баба-Яги, так, тут у нас всякая такая вот магическая варева, <laughs> да, тут у нас переход идет через лаву. Так, тут у нас камешки, а здесь у нас вокруг всей этой, скажем так, всего дерева такая была бы веселенькая какая-то поляночка. Ну, опять же, это не то, что прям обязательно, но мне кажется, что это добавит тоже какой-то определенной детализации и в работе появится, ну, скажем так, еще больше какой-то э, такой вот интересной жизни. Ну что, в целом, мне на самом деле очень нравится все как собрано, э, но есть такие моменты, что вот где-то как будто бы очень много информации, вот как в домике, как, например, в этой зоне, так вот на мостике, а где-то, например, вот слишком одинокое такое дерево и а, скажем так опять же чтобы не дополнять его какими-то дополнительными сложными элементами можно просто вот так вот обыграть какой-то такой вот мелкой мелкой мишурой которая тоже нам поможет ну скажем так держать всю работку цельно воедино а, вот и тогда в принципе было бы прикольно тоже добавить какие-то такие цветочки ну подумай опять же если захочется опять же тут не то что критично это все но мне кажется было бы интересно а насчет цвета не уверена может быть все-таки лучше не белое а какие-то там действительно голубые голубенький или фиолетовенький попробовать, чтобы, ну, кстати, голубой, может быть, цвет хорошо бы смотрелся, да, вот так вот по тону. Ну и была бы такая прям классная-классная полянка. Поэтому, Марин, в целом шикарно. Вот я считаю, это уже оно и по качеству, опять же, по методу отрисовки, по рендеру, все так прям очень-очень здорово прорисовано. Вот елочки прям такие крутые получились, прям хочется на них смотреть, вот правда. Вот, поэтому я бы вот такие вот моменты еще советовала просто дожать. Вот опять же, если от лавы у нас идет рефлекс, ну в смысле свечение, то вот эта вот зона может быть еще как будто бы более, более яркая, да, как будто бы там у нас больше лавы света. Класс, 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 да. Поэтому здесь вот такой вот момент это то, что как раз очень было бы прикольно вообще в работе. классно я считаю, бы дополнила. Поэтому такая у нас с вами сегодня финальная работа на рассмотрение Я считаю, получилось прям вот то, что нужно. Просто оно. Класс. Есть, есть. Так, читаю чуть-чуть комментарии. Ага, да, отлично. Ага, там еще читаю комментарии, там еще три мини- прописка будет и камни фона, А, ага, все, поняла, то есть еще будет что-то, ну все, отлично, там, в любом случае ждем, ждем финальной работки, я думаю, еще раз посмотрим, так что скидывай, обязательно посмотрим, все. Супер, ребят, мы с вами так сегодня прям а, на одной волне. Три часа проработали, я смотрю, у нас всех так много, и а, круто. На самом деле я очень довольна, что столько классных сегодня мы с вами посмотрели работ. Вот, поэтому я надеюсь, что такой формат, если всем нравится, то мы постараемся его как-то внедрить тоже а, в наши, скажем так, в наши разборы. А, поэтому сразу говорю тем, кто смотрит нас сейчас, тем, тех, кто будут смотреть, а, обязательно продумывайте свои работки, и, опять же, если хочется получить фидбэк, то я надеюсь, что если мы дальше будем проводить эти разборы более регулярно, хотя бы раз в месяц, то тогда, скажем так, готовьте работки, будем рассматривать, потому что, опять же, всем нам, конечно, очень важно иметь какой-то такой фидбэк, потому что, когда мы начинаем слишком в себе замыкаться, то это, конечно, сложно, да, вот очень хочется, опять же, посмотреть на свои работы, показать другие, другие работы, опять же, посмотреть и сделать такого рода, ну, скажем так, какой-то некий обмен, что ли, обмен информация, обмен материалами, энергией, опять же, даже вдохновением, потому что тоже на самом деле, ага, да, и вы меня вдохновляете, и я надеюсь, у меня получается частично что-то такое вам интересно рассказать. Поэтому, я думаю, это такой классный формат, будем стараться дальше с ним работать, поэтому всем, кто сегодня участвовал в разборе и не побоялся, не постеснялся показать своим работы, огромное спасибо, правда, ребят, у вас крутые работы, и я очень рада, что мы их посмотрели с вами, так разобрали. Вот, и для тех ребят, кто хочет, но пока что или боится, или пока что еще не уверен, показывать или нет, я всегда только за, потому что, опять же, чем больше мы с вами обсудим, тем, конечно, дальше легче вам будет работать со своими наработками, да, со своим артом, и тем, мне кажется, будет быстрее идти прогресс, быстрее будет идти Рост уровня. Поэтому, ребят, я всем очень-очень благодарна за вечер сегодняшний. Мне очень понравилось. Я надеюсь, вам тоже. Поэтому тогда не теряемся. Конечно, будем на связи и обязательно ждите, ждите наших анонсов, ждите наших новостей. Будем стараться дополнять, скажем так, наш эфир более такими открытыми уроками. Поэтому всем еще раз спасибо, ребят. Всем пока-пока. И хороших выходных, хорошие пятнички и просто хорошего настроения. Все, пока-пока-пока.